Мне до сих пор не верится. Как во сне. Будто не со мной все это. Иди-ка сюда. Все-таки надо было нам в Питере тихонечко расписаться. До сих пор не понимаю, зачем нам эта пышная свадьба. Милая, я тебе уже говорил, что если я не позову всех своих родственников, то это все, кровная обида. Считай, что на карте появилась новая горячая точка. Все счастливы с тобой познакомиться. Отец вон уже с 7 утра звонит, что он выехал из заповедника. А долго ему ехать? 3 часа. Скоро будет. Тимур Георгиевич, ну вы согласны, что этот разговор нельзя было отложить? Простите, что задержал, но... Задержал. День ты выбрал совсем неподходящий. Так не я, браконьеры выбрали. Чу-чу-чу. Не торопись с выводами, Андрей. Да мы опаздываем с ними, боюсь. Я эту запись, о которой с вами с утра говорил, на флешку скинул. Видеоловушка моя сработала. Я тебе заявку на технику не подписывал. Так я сам сконструировал. Но раз вы сказали, что бюджета нет. Этой ночью как раз опробовал датчик движения. Даже не думал, что такое запишется. Вот, смотрите. Косулю видите? Хромает как. А вот кровь. Явно же стреляли. Совершенно точно, видите? Не вижу. Плохо видно. Может, хищник ранил? Да вы лучше меня знаете, что хищники так не нападают. Рана где у нее? Денис, позвони отцу еще раз. Говорите, пожалуйста, с врачом. Да что такое? Ну, пожалуйста, подождите хоть немного. Ну, я не могу столько ждать. У меня еще 3 свадьбы. Ну, поговорите с врачующимися. Да я понимаю. Отец жениха задерживается, понимаете? По-прежнему не отвечает. Ничего не понимаю. Не переживай. Подождем еще чуть-чуть. Денис, мадам из ЗАГСа уже волнение через край. У нее, видишь ли, график. Бабушка с вами, ну заговорите ее хоть на 1/4 часа. Ну расскажите ей какую-нибудь свою историю. Ну вы же так круто это делаете. Угу. Я не подумаю. У тебя свадьба или ток-шоу? Ну не приехал Тимур, это его дело. Ну посмотри, у тебя целая толпа родственников и все голодные. А вы, голубка, может, замуж передумали выходить? Не, я... С катертью дорога. Ну, с такой раной она далеко уйти не могла. Сообразил поискать поблизости? А как же, все облазил, ни живой, ни мертвый. И это главная улика. И следы крови кто-то уничтожил. Погоди-то нагнетать. Следы крови вполне могло смыть. Вчера была гроза. Ты гильз не обнаружил? Нет. Ну вот видишь. Я думаю, что раненая косуля могла уйти на соседний участок, так что бить тревогу пока рано. Согласен. По всему периметру заповедника оснащен камерами наблюдения. Попыток нарушения территории за последнее время зафиксировано не было. Зато зафиксировано сокращение численности видов. Тимур Георгиевич, вы сами говорили об этом на собрании. Ну что есть, то есть. В научном отделе говорят, что это сбой экосистемы. А если все-таки браконьеры орудуют? Послушай, Андрей, речь идет о сотнях особей. И не жучков там каких-то, а парнокопытных. Могли мы не заметить браконьерство в таких масштабах? Как ты считаешь? Не могли. Ну вот. Наверное. Так а с этим? С этим-то что делать? А флешку оставь мне, изучу на досуге. А сейчас возвращайся к своим прямым обязанностям. Их никто не отменял. Так, а может, все-таки еще раз? Спасибо за энтузиазм, как говорится. Вольно. Есть. Ну что, думаешь, это связано с нашей проблемой? Очень может быть. Не первый случай. Картина Репина приплыли. Да. Ладно, ты же на свадьбу опаздываешь. Вернешься, разберемся. Я по дороге заеду в зону. Все это зашло уже слишком далеко. Давай лучше я тогда. Я директор, мне и расхлебывать. Ну что там, Соломея? Да жених волнуется что-то. Эх, какой наш Денис парень был красивый, умный. Почему был-то он? Мы его сегодня что, хороним или женим? Да он сам себя хоронит. Привез эту моль.
А сколько прекрасных девушек в наших краях, и все же по нему сохнут. А ну, геть! Какой прекрасный юноша. Новенький здесь? Да нет, уже 2 месяца работаю. А вообще из Москвы. Из Москвы? Ну да. Зачем же вы губите молодость свою здесь? Тоска ведь в этой глуши смертная. Ты еще здесь? Всего хорошего. Ты что тут делаешь? Соскучилась, веришь? Пошли домой. Обедать пора. Ну что, на старт. Внимание. Марш, пошли. Как скажешь. Пойдем. Сейчас, подожди. От отца, наконец-то. Ну? Приехать не могу, ЧП на работе. Извини. Сейчас. Опять не отвечает. Хоть бы позвонил. Поздравил, а то смс-ку опять написал. Может, он все-таки против нашей свадьбы? Да ерунда, не против. Трудоголик он неисправимый. Хотя такой занос даже для него слишком. Друзья мои, вы сегодня регистрироваться собираетесь? У меня еще сегодня 3 свадьбы. Начинаем. Наконец-то! Есть нечего в доме. В холодильнике мышь повесилась. А ты зато флиртуешь с каждым встречным поперечным. Стой, куда ты? Марина! Извини. Ну ладно, не злись. Хочешь, в ресторан пойдем? Аппетита нет. Замучил ты меня со своей ревностью. Марина, стой! А теперь, в знак любви и верности друг другу, прошу молодых обменяться кольцами. Пусть эти древние и священные символы напоминают вам, что любовь бесконечна. Сначала вы, Денис. Смелее. А тут нет кольца. Правда, нет кольца. Я же вам отдал оба. Я их сама туда положила. Да что ж за свадьба-то такая, а? Погодите, может, оно выпало, закатилось куда-то. Ужас! Потерять кольцо перед свадьбой. Ведь это же очень плохая примета. Очень! Замолчи. Мам, мама. Денис. Да подождите вы, я сейчас сгоняю в ювелирку, за 40 минут обернусь. Как за 40 минут? Я не могу 40 минут ждать, у меня следующая свадьба. Девушка, а нам что делать? У нас тоже свадьба. Я не знаю. Денис. Я же вам отдал оба кольца. Денис, пожалуйста, не кипятись. Вот, надень мне такое колечко. Это же формальность. Главное, что ты меня любишь. Я люблю тебя бесконечно. И я тебя бесконечно. Всей душой. В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации объявляю вас мужем и женой. Поздравьте друг друга. Кольцом. Ой, на самом деле, Наташка, мне до сих пор не по себе. Как ты думаешь, кто мог это сделать? Какая-нибудь завистливая дура. Наплюй. Не знаю, Денис переживает.
Отец его так и не приехал. Вы завтра уплываете в круиз. Вот и думаю об этом. Остальное выбрось из головы. Слышишь? Случилось. Я ее застала, она примеряла кольцо. Нашлась пропажа. Ты что, решила испортить ему свадьбу? Ничего я не испортила, это Денис испортил себе жизнь. Замолчи, что ты несешь. Правду, она Денису не пара, она ему совсем не подходит. И все это видят, только молчат, ведь так? Даду, вернись! Ну, слава богу. Куда пропал? Я не знал, что думать уже. Что случилось? Влипли мы с тобой, Леня. Ох, и влипли. Хорошо, хоть Денис уезжает. Он тут при чем? Мне спокойней. Нет, нет, нет. Даже не думай. Не надо нас провожать до аэропорта. Конечно, мы налегке, без вещей. Возвращайтесь к гостям. Спасибо большое, что вырвались к нам. Прошу прощения за этот инцидент с Даду. Просто моя сестренка троюродная, совершенно неуправляемая личность. Хорошо, что все так разрешилось. А то мы напридумывали себе про плохую примету. Все, едем. Мы действительно опоздаем на рейс. Мам, ну чего ты? Девочка моя. Ну, давай, давай. Все хорошо. Ну, все. Давай. Счастливого вам путешествия. Не робей. Передай привет от меня Средиземному морю. Поняла? Передам. Наташка. Завтра я куплю тебе новое обручальное кольцо. Да я это могу носить. Эксклюзивное. Главное, что ты настоящий. Доброе утро, жена. Муж. Даже не верится. Сегодня мы с тобой уплывем далеко-далеко. Что? Что такое? А? Слушай, Николь, я знаешь, о чем подумал? Что? Ну, отец ведь не смог вчера к нам на свадьбу приехать. Угу. Что, если мы наш круиз отложим на недельку? Ну как, о путевке? У дяди Гоши свое турагентство. Он был вчера на нашей свадьбе. Тост за тебя поднимал. Ну? Короче, с путевками мы решим. Просто я подумал, было бы очень здорово провести первую неделю нашего медового месяца дома. В заповеднике? Ну да, с отцом. Там, где я вырос. Там очень здорово. К тому же у отца, похоже, проблемы. Вдруг ему потребуется помощь, а я все-таки, как-никак, без пяти минут кандидат биологических наук. Ну? Ну? Ну, я же теперь примерная жена. Так, да. Муж сказал, надо
Значит, надо. Ну что, красота? А в заповеднике еще круче. Денис, скажи, а что это за имя такое, Даду? Восточное? Она вообще-то Дарина. Даду ее бабка назвала. По-гречески факел. Правда, моя сестренка больше напоминает пороховую бочку. Почему она так? Я вроде ее ничем не успела обидеть. Нет, забудь, дело не в тебе. Просто она сирота, воспитывалась со мной с 3 лет в заповеднике. И мои родители часто шутили, будто она растет моей невестой. А, так вот почему она так ревнует. Ну да, вбила себе в голову, что она предназначена мне судьбой, влюблена и все такое. Правда, мы с отцом тоже перед ней очень виноваты. Приручили, а потом бросили. То есть? Ну, когда 4 года назад моя мама погибла под камнепадом... Да, я помню. Отец сильно изменился, стал всех отталкивать от себя. Меня насильно отправил в Петербург учиться, якобы там магистратура лучше. А Даду, ей тогда 10 лет было, отправил к своей бабке Соломее. Даду бабку, конечно, как огня боялась. Странно это как-то. Да нет, он просто не хотел, чтобы близкие его жалели и вообще напоминали об утрате. Такая реакция. Денис, зачем мы все-таки едем? Ты уверен, что он нам обрадуется? Конечно. Прошло много времени. Отец меня очень любит, я его тоже. Да и пора вам уже познакомиться. Все-таки надо было предупредить. Нет, лучше устроим ему сюрприз. Госинспектор по охране территории заповедника Марусина. Документы предъявите, будьте добры. Так вот мой главный документ. Я художник, пейзажи пишу. Здесь заповедник, охранная зона. Разрешение у вас есть? Пропуск на территорию? Да, конечно. В паспорте, под обложкой. Горебян, Антон Павлович. Угу. У вас разрешение на работу на 3-м и 4-м участках прибрежных. А здесь сейчас атакуют каменные куропатки, их очень легко спугнуть. Простите, заплутал немножко. Вот по этой тропинке идите, никуда не сворачивайте. Угу. К берегу выведет. Ага. Всего доброго. Ага. Пойдемте-ка, я лучше вас сам доведу. А то опять заплутаете. Благодарю. Чувствуешь воздух какой? Нигде такого больше нет. В Черлыкском заповеднике совершенно уникальная флора. А фауна какая? Не опасная? Разная. Ой, здорово, наверное, тут жить. На природе, без миллиона отдыхающих. Да, здорово. Медовый месяц у нас начнется незабываемо, это я тебе обещаю. Ну, вот он, мой дом. Денис. Дениска. Здравствуй. Здравствуй. Знакомься, что ли? Это моя жена, Ника. Твоя невестка, между прочим. Здрасте. Здравствуйте. Ну что вы стоите? Обнимитесь. Как не родные прям. Извините,
Руки мокрые у меня. А, простите. Ну что же вы не предупредили? Ой, па, да не парься ты, мы всего на неделю. Во вторник в круиз уезжаем. Не прогонишь молодоженов-то? Да нет, конечно. Конечно, на неделю. Проходите в дом. Проходите. Правда, у меня здесь не очень празднично. Очень даже празднично. Ты же знаешь, что для меня этот дом самое лучшее место на земле. Здравствуйте. А меня к вам бабушка отправила извиниться за свое поведение на свадьбе перед Никой и Денисом. Извините. Дядя Тимура отпустила к вам погостить. Все равно у меня в школе занятий нету. Никогда не поверю, что это была бабушкина идея. Иди отсюда. Не надо, Денис. Не надо. Все хорошо, все отлично. Даду, мы с Денисом много разных вкусностей привезли. Поможешь мне праздничный ужин приготовить? Помогу. Слушай, да ты у меня просто супер хозяйка. Я вообще-то тоже готовила. Да, да, ты тоже молодец. Я еще зелени принес. Ника, а где вы взяли эту тарелку, бокал? В серванте. Она не подходит к сервизу, но Даду сказала, что так нужно. Это приборы моей мамы, мы ими не пользуемся. Я хотела как лучше. Я думала, что дядя Тимур сам так решит. Ведь Ника теперь новая хозяйка. Давайте все-таки уберем. Денис, поставь на место, пожалуйста. Вы не обижайтесь, Ника. Это просто память о жене. Конечно, я все понимаю. Ребята, у меня для вас есть подарок. На свадьбу не успел. Простите меня. Поздравляю. Спасибо. Вот, это вам. Эту амфору расписывала моя жена, мама Дениса. Я бы хотел, чтобы она была в вашей семье. Она потрясающая, правда. Это удивительный подарок. Я буду ее очень-очень беречь. Ужин стынет. Садитесь за стол. Хватит ее рассматривать. Мы же не в музее. Дядя Тимур, а почему вы ничего не съели? Вам не понравилось, Тимур Георгиевич? Нет, что вы. Все замечательно. Наверное, аппетита нет. Слушай, пап, а что за ЧП у тебя здесь произошло? Какое ЧП? Ничего такого особенного не было. Тем не менее, на свадьбу ты не приехал. Денис, ну прости, но действительно был оврал на работе. Сокращается поголовье парнокопытных. Звонок был из министерства. Я так закрутился. Я думал, что успею. А вы расскажите, пожалуйста, поподробнее. Денис очень надеялся быть вам полезным. Да, пап, я вообще-то тоже биолог.
И всерьез задумываюсь после защиты диплома приехать сюда и работать здесь, рядом с тобой. Нет. Нет, Денис. Ты должен серьезно подумать о стажировке в Германии. Там очень хорошие биологи. Но ты действительно там можешь многому научиться. Да, я подумаю, но... Ну, подумай тогда о Нике. Потому что она же не биолог, насколько я знаю. Да, я строительный колледж окончила. Я техник-градостроитель. Ну вот, видишь, градостроитель. А что у нас здесь строить-то? Если Денису надо, я могу сменить профессию. Буду за дельфинами наблюдать. Мне очень нравятся дельфины. Вы что думаете, у нас тут одни дельфинчики водятся? А что, они водятся разве? Ну почему? Заходят часто. Редко. Потому что есть кое-кто пострашнее их. Вы хоть знаете, как наш заповедник называется? Аджирхачирлык. В переводе это означает «царство змея». Так, ты мне прекрати жену пугать. Змеи здесь, конечно, водятся, но в основном не ядовитые. А я не про них. Я про чирлыкского змея, из-за которого дельфинов мало. Это всего лишь красивая легенда. А вот и нет. Есть куча свидетельств и масса очевидцев. А кто это? Это чудовище такое местное? Ну, типа того. Ходят легенды, довольно-таки древние, что якобы в пещерах чирлыкских скал водится древний ящер. Ну, что-то вроде плезиозавра. И питается дельфинами. И другими животными. Случаев нападения на людей не зарегистрировано. И что? Я вот наткнулась на один сайт «Поклонники чирлыкского змея». Но это типа такие язычники. И вот они утверждают, что змей владеет и землей, и водой. И если провести соответствующий ритуал, то он нападет на того... Ну, в общем, на кого ему прикажут напасть. Только надо как-то найти его кровь. Дарина, вот тебе не стыдно такие глупости говорить? Еще в присутствии двух биологов. Ты бы лучше учебу подтянула, а не зависала в интернете. Даду, наверное, просто очень любит сказки. Я вам не даду. Я Дарина. Стоп! Опять свою территорию бросил? Что ты зачастил? Леонид Петрович, у меня появились новые факты по поводу браконьерства. Андрей, послушай меня внимательно. Я очень рекомендую тебе умерить свою прыть. Контингент научный жалуется, мешаешь работать. Да, но дело в том, что с животными что-то не так. У меня ящерицы почти все куда-то исчезли. Это же такое дело. Нарушишь пищевую цепь, а потом... Самый умный выискался. Кроме лесника Марусина, младшего инспектора, этим вопросом и заняться больше некому. Ну я же хотел как лучше. Кругом. Занимайся своей работой. И не мешай другим заниматься своей. Ящерица у него. Даду, кого ты все время ловишь? Перестань мучить природу. Я только хотела показать Нике геккончика. Говорят, они служат чирлыкскому змею. Жалко, что не поймала. Ой, слава богу. Я, если честно, ужасно боюсь всех этих рептилий. А еще воздушные змеи бывают. Дядя Тимур, а почему теперь не видно парашютистов? Раньше летали. Опасаются. Я с ними воюю. Администрация тоже на моей стороне. Аэроклубу не место в заповеднике. Жаль, красиво было. А твоя Валентина, наверное, думает, что это из-за нее. Какая Валентина? Даду, может, ты заткнешься? Ну почему? Ты теперь женатый человек. Нечего ей тут теперь маячить со своими парашютами. Даду! Язык у тебя без костей. Ладно, ребята, мне пора. Покажите Нике наш пляж. Вода, говорят, уже теплая. Ура! Купаться! Денис, я с тебя прыгать буду. Да, конечно. Мы хотим с Никой вдвоем побыть. Ты направо, мы налево. Поняла? Допрыгалась, стрекоза. Зануды. Ну, не больно-то и хотелось. Сама я с вами никуда не пойду. Ну что,
Откроем купальный сезон? Ну, раздевайся, раздевайся. Или тебе помочь? Денис, подожди, пожалуйста. Скажи мне, кто такая эта Валентина? О, Господи, так и знал, что ты не пропустишь это мимо своих ушей. Ну, кто она? Ну, спортсменка, парашютистка, тренер аэроклуба, все. Все? Ну, почти. Был у нас с ней когда-то короткий роман, когда я занимался в аэроклубе. Юношеская любовь, ничего не задалось, а потом я уехал, все. А Валентина, это она до сих пор тебя любит? Вряд ли. Ну, этого не может быть. Главное, что я люблю тебя. Ну, все теперь вопросы я от тебя услышал. Кроме одного. Почему ты мне раньше про нее не рассказывал? Да, Господи, Ник, потому что это ерунда. Денис, для меня это не ерунда, правда. Прости, пожалуйста. Подожди, Ник, Ник, Господи, ну что здесь такого? Ну, я не понял. Ну что, ну а что? Ну, объясни ну, мне, что? Глупенькая моя, но это ерунда абсолютная. Что случилось? Я тут ни при чем. Я просто наконец-то поймала геккона и хотела его вам показать. Я амфору вашу зачем-то взяла, я подарок ваш разбила. Ну, вы не переживайте. Я попробую склеить. Вы порезались. Даду, иди в свою комнату, мое терпение на исходе. А вот Валентина не боялась ни гекконов, ни змей, вообще никого. Простите, пожалуйста, да? А вы не знаете, которая там Валентина? Она вообще здесь сегодня? Конечно. Она всегда здесь. Вон, видите, в красных штанах? Ну что, с парашютом прыгнуть хочется? Нет-нет, что вы. Я так зашла посмотреть. Валюш, иди сюда, клиентка к тебе. Хорошо. А ты, дочка, не бойся. Валюша – классный инструктор. С ней не страшно. Вы ко мне? Полетать хотите? Я нет, я еще не решила. Просто взглянуть. Вы ведь невестка Алчанова, верно? Ну, мне сбросили фотку со свадьбы. А что ж, без Дениса? А Денис занят. А, это я хочу прыгнуть с парашютом. Всегда, пожалуйста, все к вашим услугам. Он там оплатите прыжок и оформите страховку. Ну, а завтра в 8 утра я вас жду. Денису привет. Ника, ты что, с ума сошла? Какой может быть прыжок с парашютом? Ты хоть представляешь себе, что это такое? Пока не очень. Завтра представлю. Господи, Ника, да что за блажь? Ты с пирса прыгнуть боишься, а тут... Боюсь, но прыгну. С инструктором Валентиной. Господи, дурочка. Мне так хочется. Или ты считаешь, что я хуже, чем твоя первая любовь? Хуже. Это что, все из-за ревности, что ли? Сама не знаю. Но мне это нужно, Денис.
Я так решила. А, не, ну если решила, то давай, прыгай. Ну и прыгну. Ну и прыгай! Денис! Все! Все отлично, к полету допустили. Денис, ну прекрати, с инструктором безопасно. Хорошо, что я не дала тебе со мной поехать, только нервировал бы. Да хватит уже. Давай забирайся на какую-нибудь скалу и смотри на небо. Я тебе оттуда рукой помашу. Все, все, хватит. Давай, пока. Все будет отлично. День, а помнишь, как я тут с тобой в футбол играла, а ты со мной в куклы? Здорово было, да? Зато сейчас с тобой совсем не здорово. Смотри, что ты своими выходками дурацкими натворила. Ника из-за тебя черт знает куда полезла. Дурак ты, понял? Дурак отмороженный. Даду, вернись! Ну ладно, ну чего ты? Вы оплатили видеосъемку, поэтому я буду записывать ваш прыжок на экшн-камеру. Потом запись перекину на флешку. Флешку взяли? А? Ну, вас предупредили взять флешку. Так, понятно. Вы теперь мало способны к диалогу. Давайте. Проходите в салон. Ну, шагайте, шагайте. Вас никто там не укусит. Искрой трава, змеем дым, правдой слова, дух мой с ним. Почему вы так странно смотрите на меня? Интересно, что Денис нашел в тебе? Не знаю. Что-то нашел. Не страшно со мной прыгать? Вдруг что не так? Да ладно. Расслабься, я шучу. Чтобы твой враг стал врагом змея, соедини кровь врага с чешуей пресмыкающегося и, держа над дымом, трижды произнеси следующие слова. Приземлитесь на территории, неприятностей не оберетесь. Ничего. У нас тут родственница директора объявилась. Замолвит словечко. Господи, что я творю? Ози, оза, озо, озия. Ози, оза, озо, озия. Ози, оза. Озоа, озия, вонзи, о великий змей, свое жало в жабу мерзкую именем Ника. Нашли на нее недуги смертные. Пусть кожа прыщами вспучится, пусть руки клещами скрючатся, пусть грудь камнем придавит, глаза слепыми станут. Thank you.
Ах ты, бандитка, стоять! Тимур Георгиевич, полюбуйтесь. Родственница ваша. Можете сами ее допросить. Чуть заповедник не спалила. Еще и над животными издевается. Геккона сжечь хотела. Еле спасти успел. А вы говорите, браконьеров у нас нет. Дарина, и что все это значит? Я ничего не делала. Я просто хотела выпустить Геккона в лес. Я могу кадры костра показать. Так, Даду. Ты немедленно, вот прямо сейчас, возвращаешься в город. Это ясно? Ясно. Я звоню бабушке. Валя, Валь, Валечка, спасибо большое. Это вообще, это так круто. Это просто потрясающе. Валь, я как будто другая теперь вообще. У меня мир перевернулся просто. Валечка, можно я тебя обниму? Спасибо большое. Послушай. Спасибо. Слушай, ты ничего не видела? Когда? Сверху. Вообще всю землю до самого горизонта. Ты машину просто... видела? Какую машину? На дороге, прям когда мы спускались. Я вообще даже дороги не видела. А разве была дорога? Была, прямо под нами. По ней ехал автомобиль, а потом врезался в скалу. Ну? Нет, не видела. Ясно. Обжора, все жуешь? А? Пойдем на море сходим и искупаемся. Не-не-не, мне с папой надо поговорить. Да он вон с кем-то уже разговаривает. А, это местный бизнесвумен и СМИ в одном флаконе. Звягина наша, бухгалтер. Не поняла. Ну, она свежими продуктами приторговывает, заодно свежими сплетнями. Ага. Ну, чего там, пап? Горебян погиб. Кто? А, ну ты его не знаешь. Художник один. Он у нас музей оформлял. Жалко мужика. А что с ним случилось? На машине разбился. Да. Он часто к нам приезжал, с натуры рисовал. А сегодня вот возвращался и
Он не в скалу врезался? Откуда ты знаешь? Я когда с парашютом летела, а сверху... Точнее, не я, а Валентина, инструктор мой. Видела, как какая-то машина в скалу врезалась. Я думала, ей показалось. Не показалось. А что Звягина говорит? Говорит, кабан выбежал на дорогу в самом опасном месте. За Миклухиными столбами, ну ты знаешь. А как он там оказался-то? Ну вот как-то. Она к топорку уходила. Это начальник полиции нашей. Он выезжал на место. Вроде бы действительно несчастный случай. К счастью. В смысле? В смысле, Топоркову легче. Пойду я, ребята. Поработать надо. Хорошо, что Даду в город отправили. Хоть вместе побудете. Мамуль, что ты не здесь. А я тут одна одинешенька на пляже. Нет, Дениса на море не вытащить. Ну, с отцом ему интереснее, наверное. Ой, Наташке привет большой. И скажи, что я с парашютом прыгнула. Ой, мам, я тебе перезвоню. Девушка! Девушка, осторожней! А я тут готовлю. Что ты делаешь у меня дома, мы выясним позже. Сейчас вопрос шире. Кто тебе позволил опять шастать по территории? Хулиганка малолетняя. Я не хулиганка. А кто? Хулиганка и поджигательница. Между прочим, я протокол не стал оформлять. Только потому, что директор сказал, что через час тебя в заповеднике не будет. Пожалел родственницу? Ага, пожалел. Лично до автобуса довел и попросил водителя бабушке в руки отдать. Сбежала? Меня так укачало, так затошнило. Чуть в обморок не брякнулась. Вот и выпустили подышать. Опасная ты личность. Ну почему? Я позвонила бабушке, предупредила ее, что дядя Тимур передумал, простил и остаться разрешил. А если она проверит? А оно ей надо. Она только рада без меня недельку отдохнуть. А я не рад, поэтому... Слушайте, я так ужасно проголодалась. Вообще, я вам всю посуду перемыла. Знаете, сколько я сил на это потратила? И обед тут вот приготовила из того, что нашла. Вы, кстати, ужасно бесхозяйственный. Понюхайте. Вкусно? Ладно. Давай перекусим. А потом уже... Вы посмотрите, как пахнет. Вы понюхайте. Слушайте, я же за это денег не беру. Девушка, Жень, цветочки, цветочки. Ой, спасибо, посмотрите. Не надо. Вечер добрый. А вы невестка Тимура Георгиевича будете? Да. Ой, Никочка, ну какая же вы красавица, а? Вот-вот смотрю на вас и, понимаете, всем говорю, красавица, не чита нашим. А чего ж ты, молодая жена, и одна гуляет? Так Денис с отцом разговаривает, соскучился. Молчанова давно уже 6 лет простыл. Он к Федосову побежал. А Дениска-то твой с Валентиной, бывшей своей, в поле, возле аэроклуба гуляет. Я их только что встретила. Так что ты это, смотри в оба. Дом-то без стригляда не оставляй. Ой, спасибо за совет. Да не за что. Давай. Ну что, барышня, берете по клубнику, нет? Это авария, это не несчастный случай. Нельзя Привет. Назвать так. Ну, я... А я мужа своего потеряла. Прихожу, дома никого. Как хорошо, что ты пришла. Угу. Скажи, Никуш, а где у тебя флешка с записью вашего прыжка? Валя сказала, что она тебе отдала ее. Да, срочно да. нужна. А что такое? Я сбросила видео тебе на флешку, а у себя не сохранила. Рабочий компьютер забит. Это касается гибели Гребяна. Авария ведь тоже записалась, попала в кадр. Видела?
Я пока не смотрела. Ну ладно, вместе посмотрим. Мне очень надо. Ну ладно, пойдем. Вот он, этот момент. Все верно, мне не показалось. Что не показалось? Сейчас объясню. Вот это местные новости. Аварию спровоцировал дикий кабан, вышедший на шоссе с территории заповедника. Водитель, по мнению экспертов, ехал со значительным превышением скорости. На сложном участке трассы машину закрутила и вынесла с дороги прямо к скале. Так, и что? А теперь смотрите сюда. Видите? Не особо. Вот машина Горебяна. А вот навстречу ей мчится другой прямоугольничек. Другая машина? Нет. Прямоугольный кабан, бегающий со скоростью не меньше 100, и к тому же белый. Да, и размер машины не меньше, чем у Горебяна. Получается, что его специально убили, и как будто кабан? Получается, что флешку надо нести в полицию. А еще получается, что мы теперь с тобой свидетельницы. Слушай, кто бы мог подумать, что у меня с твоей супругой столько общего? Я вообще-то сама ничего не видела. И не смогу сейчас на допросы ходить. У нас с Денисом путевки. Мы уезжаем послезавтра. Да, это правда. Мы уже один раз откладывали. Больше не получится. Понятно. Молодожены — это святое. Ладно, я сама схожу к Топоркову. Флешку заберу на время. Совет да любовь. О, проснулась? Собирайся. До автобуса доведу. Коробочку подай мне. Ой, какие хорошенькие. Не хватай, нельзя. У них мать погибла, похоже. Сегодня забрал. Пропадут иначе. Ой, бедные. А давайте мы их покормим. У нас же еще крупа есть. У нас? На, дураша. Ешь, ешь, не бойся. А ты не совсем варвар. Животных любишь. Да я вообще природу обожаю. Да, я заметил. Костры жжешь, ветки ломаешь. Так это совсем другое. Это от несчастной любви. Не понял, расшифруй. Ну, все просто. Дениса видел? Сын, что ли, Алчанова? Брат мой троюродный. Только это не важно. Я его люблю с 4 лет. Знаешь как? Очень. А он взял и женился. Бывает. А костер-то при чем? При том, что Ника эта мерзкая наверняка его заколдовала. Знаете, как привораживают? И вот я колдовала, чтобы ей стало плохо, а Денис ко мне вернулся. Дурочка. Если тебя не любят, значит, не любят. Дергаться бесполезно, поверь моему опыту. А вас что, тоже бросили? Типа того. Невеста? Была невеста, когда в армию уходил. А когда вернулся, женой стала. Не моей. Природа она лечит. Да, еще как лечит. Мне этот заповедник вообще как родной. Послушайте, Андрей, не выдавайте меня. Ну я, пожалуйста, можно у вас тут совсем немножко поживу, пару деньков? Ну совсем чуть-чуть. Ты с ума сошла? Алчанов узнает, мне голову открутит. Да здесь же никто не ходит, меня никто не заметит. И я вам помогать во всем буду. Ну, можно меня хоть один раз пожалеть? Не то бабушка меня в городе кочергой воспитывать будет. Если это все правда, то, что Денис рассказал. Ты сам-то видел эту запись? Да нет же, говорю тебе. Они ее сразу Валентине отдали. Тогда же. Ну, что ты думаешь по всему этому? Да я уже ничего не думаю. Может, это правда, может, неправда. Тебе ведь известно, что за фрукт был этот Горебян. В каком смысле? В самом клубничном. Слава богу, что Денис с женой послезавтра уезжают. Хоть их это не коснется. Ты почему грустный? Не рад? Да нет, все норм. Просто немножечко расстроился, что отец нас так радостно вытолкал. Еле дождался, по-моему. Не накручивай себя.
Просто он привык один, устал от нас. Да и вообще он человек своеобразный. Что? Сейчас, подожди. А что это было? Не услышал, подожди. Валентина Лемешева была многократной чемпионкой российских и международных соревнований, мастером спорта, опытнейшим инструктором. В то, что произошло, коллеги и друзья не могут поверить до сих пор. Нет, это бред какой-то. Нет, не может быть. Наш катер не уехал еще, наверное. Возвращаемся, да? Отменить свадебное путешествие. Да кому в голову дорогущие путевки на ветер? Пап, ты себя слышишь? Валя погибла. Мне тоже очень жаль Валю, поверь мне, до слез. Я ее еще ребенком знал. Но вы-то чем можете помочь теперь? Ее профессия всегда была связана с риском. Тимур Георгиевич, но Валентина погибла именно теперь, когда решила отнести флешку с записью ДТП Горебяна в полицию. При чем тут Горебян? При чем тут вы? Да при том, что мы отказались идти с ней вместе. Хотя флешка моя. Ты реально думаешь, что мы могли наслаждаться круизом, зная, что Валя фактически подставилась из-за нас? Угу. Все это бред. Это ваши экзальтированные фантазии. Я вас прошу не распускать дурацких слухов. Какие слухи, пап? Все знают, что я воевал с аэроклубом. Горебян работал у меня. В заповеднике и так своих проблем полно. Не хватало еще слухов об убийстве. Так это и есть убийство. Хватит! Я прошу вас, дайте мне слово, что вы не будете лезть в это дело и нагнетать обстановку. Надо еще проверить, нельзя ли восстановить ваши путевки. Мы тебя поняли, пап. Путевки восстановить нельзя. Мы пока поживем здесь. До завтра. В 9 утра тебя сменят. Ой, дядь Люнь, подождите. А вы в администрацию? Ну да. Угу. Дядь Люнь, скажите, а что происходит с отцом? Ты о чем? Да он никогда таким не был. Даже когда мама погибла, и то как-то держался, а сейчас вообще. Понимаешь, Дин, твой отец ведь жизнь положил на вот этот заповедник. Ну, ты же знаешь. А с тем, что у нас сейчас происходит… Вы про убыль парнокопытных? А как говорится, шило в мешке не утаишь. Плюс комиссия в любой момент из Москвы нагрянуть может. Будешь тут нервным. Ну, а есть какие-то гипотезы? Ищем, проверяем. Не изменим ситуацию в ближайшее время, снимут Тимура к чертям собачьим. Простите, пожалуйста, да? А вы не знаете, где мне найти Топоркова? Девушка, а вы по какому вопросу? Майора Топоркова. Я вас слушаю. Ой, извините. Скажите, а к вам приходила Валентина Лемешева? Парашютистка, инструктор. Она разбилась вчера. Я знаю. Давайте выйдем. Угу. Да, общались мы с ней. А что вас интересует? Она должна была принести вам флешку. Это запись ДТП. Вернее, это запись моего прыжка с парашютом. Угу. Но там-то авария Горебяна попала в кадр. И Валентина считала, что… Простите, это… вас как зовут? Ника Алчанова. Ника, а давайте присядем. Давайте. Я в курсе. Лемешева рассказывала мне о своих подозрениях. Оказалось, это полная ерунда. То есть? Посмотрели мы с ней это видео. Расстояние большое, качество записи плохое, а увеличить невозможно. А, но там же видно белую машину. Вы так думаете? Угу. А вот мы с Валентиной свозили эту запись на экспертизу. И заключение показало, что белое пятно, о котором вы говорили, всего лишь пылинка на объективе камеры, которая сползает от ветра. Пылинка? Скажите, а может быть, у вас есть другая запись, более четкая? Нет, у меня только эта флешка была. Я ее Валентине отдала, даже копию не сделала. А может быть, вы видели что-то подозрительное с высоты, когда спускались? Не помните? Понимаете, я в таком состоянии была. Это же мой первый прыжок. Я вообще ничего не видела. Ясно. Ну… Вы, если вспомните. Вы же мне скажете, да? Угу. Скажите, а я как-то могу забрать эту флешку? Или скопировать ее? Это все-таки мое видео. Я рад бы, да у меня ее нет. Как? Ну, Валентина забрала ее с собой, обиделась, видите ли, на что-то, а копию я не сделал. Извините, пожалуйста. Простите, если у вас все, я пойду, у меня дела. Да, спасибо большое, извините. До свидания. Да, Денис. Привет, ты где?
где? Я тут в полицейский участок заглянула. Я устала. Может, хватит уже? Давай, давай. Любишь кататься, люби и саночки возить. Равномерно распределяй. Я уже все распределила. Умница. Теперь давай тряпочки свои отвязывай. Они сами сгниют. Снимай, сказал, чтобы никаких следов вандализма твоего тут не оставалось. Они мокрые. Блин, вы еще похуже бабушки моей. А ты как думала? Кстати, а что за демона ты тут такого вызывала таким ужасным способом? Черлыкского змея. Чего? Черлыкского? Это кто? Да ладно, вы не знаете? Ну кто тебя просил туда соваться? Ну хватит орать на всю улицу, сколько можно? Ты с ума сошел? Это ты с ума сошла? Ты! Да что я такого сделала? Подумаешь, заглянула в полицию по дороге. Что, преступление? Преступление. Во-первых, мы обещали отцу, во-вторых, это опасно. Почему? А ты реально не догоняешь? Нет. Хорошо, наводящий вопрос для тех, у кого плохо с соображалкой. Что если Валю убрали только потому, что она пошла в полицию? В смысле, ты думаешь… Думать надо тебе. И советоваться, прежде чем ты что-то делаешь. Не хватало мне еще тебя потерять. Ладно, ладно, успокойся, пожалуйста. Я вот советуюсь. Может, мы все-таки съездим в аэроклуб? Ника! Обещаю, никуда заходить не будем. Просто походим, поговорим с людьми. Вдруг они что-то знают, что-то видели. Иначе я не смогу спать спокойно. А ты? Ты же тоже не сможешь. Поехали. Главное, все произошло на моих глазах. Спать перестал. Вот так и стоит перед глазами. Тренировка была? Ну, как обычно. Валюша, она на предельно низкой высоте прыгала. Но она давно эти прыжки уже отрабатывала. Ну, а что случилось? Расчехолку переклинил. Ну, это когда с основным парашютом выскочил из запасной. И все. Стропы перепутались. Ну, высоты не хватило. Я вообще не понимаю, как это могло произойти? У нее был старый парашют. Не, ну не новый, конечно, но… Ну, неисправности какие-то были. Да бог с вами, вы что вы. Мы за этим очень следим. Да и Валюша очень опытная. Она сама все укладывала, все проверяла. Скажите, а вы в тот день на аэродроме никого из посторонних не заметили? Не, ну что, ходили люди. Любители такие, как вы, да и просто зрители. Правда, сейчас меньше. Да, полиция не пускает. Это потому, что несчастный случай? Ну да, расследование. Но полиция раньше появилась. Не понял, зачем? Административный корпус обнесли. Да, вынесли всю аппаратуру дорогостоящую. И компьютеры, и камеры. Ну, в общем, одно несчастье. А воров нашли? Ну, Топорков подозревает там кого-то из наших, из аэроклуба. Ну, вот и отпечатки у всех взял. Ну, все без толку. Я думаю, что это гастролеры какие-нибудь. Ну, а где у нас продаж-то? Матвей Данилович, а вот в тот день, когда Валентина упала, может, вспомните, был кто-то подозрительный, не такой, как все? Угу. Да. Вспомнил, точно. Утром в тот самый день шлялся один подозрительный, как будто поджидал кого-то. Как он выглядел? Точно не помню. А вот машину запомнил. Да, белая такая, большая, джип вроде. Нет, ну история с парашютом еще могла случайно произойти после ДТП. Но это кража в аэроклубе. Еще и человек на белой машине. Если Горебяна подсекла, именно белая машина. А мы можем как-то выяснить, у кого в округе есть большие белые машины? Ой, да у каждого второго. Белый цвет на юге популярен. Даже служебные машины заповедника, и те белые. Голова кругом. Похоже, Валентину убили, потому что она видела убийство Горебяна. Но при чем тут эта кража? Так, я предлагаю сначала выяснить, в чем замешан Горебян. О, кстати. Надо зайти в музей. А зачем? Отец говорил, что Горебян там оформлял экспозицию. Пойдем. Ой, смотри, Денис, это та самая, которая чуть в море не кинулась. Помнишь, я тебе рассказывала? Марин! Здрасте, Марина. Добрый день. Ой. Познакомьтесь, это моя жена Ника.
Здрасте. Очень приятно. А это Марина, жена дяди Лёни Федосова. Самый лучший здесь экскурсовод. Ну, лучший, потому что единственный. Ника, вы хотели бы послушать экскурсию по музею, да? Обязательно. Только потом. А сейчас у нас пара вопросов к вам. Да, Денис? Да, Марина, мы бы хотели побольше узнать про Гребяна. Гребяна? Ну да, он же здесь работал. А, да, работал в прошлом году пару месяцев. Помогал оформлять мне экспозицию вот после ремонта. А потом? А что потом? Потом он не имел никакого отношения к музею. И часто бывал в заповеднике и писал пейзажи. Кстати, а можно его работы посмотреть? Пейзажи? Так он на заказ писал. Но если только наброски. У меня была папочка. Он оставлял. Прошу. О, а что это за чудовище? Так много вариантов. Вероятно, черлыкский змей? А, я помню, это такая местная легенда. Угу. Антон так не считал. В смысле? Ну, он был художник, романтическая натура, и верил, что черлыкский змей существует на самом деле, и был одержим идеей найти его. Серьезно? Он искал его? Да, он исследовал заповедник вдоль и поперек. И даже был в запретной зоне. Что за запретная зона? А ты не знаешь? Отец тебе не рассказывал? Марина, где тебя носит? Здрасте. Сколько можно тебя ждать? Извините, одну минуту. Мы же в 2 часа договаривались. Ты на часы смотрела, Марина? Да не кричи ты. Это твой дядя Лёня Федосов, форменный сатрап. Жена у него такая тонкая, а он... Ну и вот, здесь живет черлыкский змей. Местные жители ему в древности поклонялись, приносили жертвы и считали его могучим богом земли и воды. И сейчас есть такие люди. Вот. Смотрите, даже сайт создали. Хм. Угу. Ты реально веришь в эти сказки? Ну нет. Но я попробовала тут один обряд провести. Многие пишут, что им помогло. Дуреха ты, дуреха. Че это дуреха сразу? Хорошо, допустим, божество это отстой. Но откуда вы знаете, что здесь не живет змей? Да исторический. Есть же в Шотландии Несси. Не факт. Факт. Ничего себе, сколько пробирок. Вот это вот... Се... О, прикольно. Не помню уже. А для чего это? О, простите, что заставил ждать. О. Что, нравится сувенир? Угу. Коллеги подарили на юбилей. А что это? Это песочные часы. Причем тут зарыт глубокий смысл. Да, смотрите. Большая голова, полный живот, маленькая голова, пустой живот. Да? Почему-то мои коллеги убеждены, что эта фигура – точная копия их начальника. It's me, ваш покорный слуга. Забавно. О, забыл представиться. Дерезин Тихон Иванович. Ника. Замдиректора по научной части. Самый умный человек в заповеднике. Ай, Денис Тимурович, возмужали-то как? Я сейчас иду и думаю грешным делом, чем буду занимать ребенка по старой памяти. Ну что, у вас ко мне какое-то дело, да? Расскажите нам про ситуацию в заповеднике. И про черлыкского змея, и про запретную зону, если можно. Угу. Есть же масса свидетельств. И там, и у нас здесь тоже в Ажирха-Черлыке. Наскальные рисунки змей, и ученые их изучают, и люди видят. Я лично видела тоже. Хвост такой огромный, чешуйчатый. Лично видела хвост? Ну, фотку в сети. А. Находят же скелеты дельфинов мертвых. Правда? А акул у нас нет. Ну, слушай, в последнее время не слышал я ни о каких проблемах с дельфинами. Наверное, твой змей сел на диету. Слушайте, ну я же серьезно. Слушай, ну если серьезно, то с современным оборудованием и Несси, и змея твоего давно бы уже обнаружили. Обнаружат они. Вот я уже 2-й день в заповеднике, а дядя Тимура не в курсе. Это вопрос умения прятаться. Нет, это вопрос умения находить сообщников. Ну, змей наш, барышня, это всего лишь легенда. Ну, а мифологией я не сильно увлекаюсь.
А вот насчет запретной зоны, это всем известно. Да и вас должны были предупредить, как приехали. Что, не сделали? Нет, мы ничего не знаем, а что это такое? Да, дело в том, что несколько лет назад, сразу после вашего отъезда, Денис, в пещере на западном участке заповедника нашли месторождение арсена перита. Арсе что? Это минерал из класса сульфидов. Именно так. Иначе его называют мышьяковый колчедан. Камешек блестящий. Любителей полазать по пещерам привлекают все непременно. А вот контактировать с ним смертельно опасно. Ну вот, Денис верно знает. Из него делают мышьяк. Да, да. Поэтому нет ничего удивительного, что ваш батюшка приказал закрыть этот участок и назвать его запретной зоной во избежание инцидентов. А по поводу вот снижения поголовья парнокопытных что-нибудь известно? Это вообще серьезно? Да вообще серьезно. Дело в том, что явный сбой экосистемы. Наш отдел уже разработал план веерных исследований. Регулярно работаем по всем секторам. Закрываем, тщательно исследуем, но пока реальную причину понять невозможно. Ну, может быть, это из-за ядовитого месторождения? Да Господь с вами, Денис, ну что вы. Ну, это же антинаучно. Животные наверху. Этот минерал в скальной породе. Разработка не ведется. Я скорее поверю в какой-то неизвестный вирус, который косит нашу местную живность, но это ахинея. Ну... ну, хорошо. А по поводу веерного исследования что-нибудь известно уже? Кое-что есть. Относительно однородных по абиотическим факторам среды секторов у нас есть несколько... Денис, я все равно в ваших разговорах научных ничего не понимаю. Можно я на рынок схожу? Чего-нибудь вкусного на ужин куплю? Да, конечно. До свидания. Всего доброго. Смотри, вот я сделал несколько биохимических исследований. О, Николь, а ты чего не подходишь, как не родная? Ой, здрасте. Гляди, какая клубничка у меня. Свежая, сочная. Да ты понюхай, как пахнет. А? Правда, аромат? Потрясающе. Ну? Ну, взвесьте мне немножко. Да что немножко? Бери всю, с бонусом будет. С каким? Ну, с корзинкой. Все берешь, корзинка бесплатно. Ну, порадуешь мужа. Тимур Георгиевича порадуешь. Сколько? Сколько у тебя там есть? Ну, давай за 250. Ну, давай за 250. Спасибо. Да не за что. Ой, красавец ты, Никуша. Ой, не могу с тебя. Расстроились, поди, из-за Валентина-то. Да. Вот она жизнь, а? И молодая, и красивая. Ой, один конец. Гребян покойный, он тоже видный мужик был. В самом соку. Маринка убивается. Глядеть страшно. Марина экскурсовод? Ай, ты ж не знаешь. Все знают. Гребян, ты чё к нашим местам прикипел? Думаешь, из-за красот природы? А, из-за нее. Да это столичная штучка с нашим Федосовым. Тут с тоски выла. А на Гребяна она запала. Ну, конечно, мужик-то видный, человек искусства. Он, когда музей оформлял, предложил ей портрет написать. Ну и завертелась у них там. Роман. Угу. А Федосов как же? Да ей сразу сказала, эта история добром не кончится. Федосов не интеллигентишка какой-нибудь, у него все-таки спецназ за спиной. А Федосов знал про них? Ну, не знал до поры. Они прятались там. Ай, сколько веревочки не веся. Я сама их под скалой у пляжа несколько раз засекала. А. Ой! Что-то случилось? Да нет. Теперь тебе ясно, почему Марина чуть со скалы не бросилась? Я не понял. То есть ты хочешь сказать, что Федосов? Конечно. Вспомни сцену в музее. Он вполне мог подстроить Гребяну аварию из-за ревности. И джип у него белый. Не, я никогда в это не поверю. Дядя Лёнь, конечно, человек грубый и с характером. Нет, он порядочный человек. Ты разве так хорошо его знаешь? Ну, конечно, с детства. Он же друг моего отца. Да нет, слушай, да он не мог убить, да еще и двоих человек. Нет. А если бы я стала изменять тебе на глазах у всех? Убил бы. Ну вот. Тимур Георгиевич, ну поешьте хоть клубники. Смотрите, какая красивая. Спасибо, Ника. Ты поешь сама. Меня клубникой не удивишь. Слушай, пап, а ты случайно не помнишь, а где был дядя Леня 22 числа утром? В прошлый вторник. Случайно никуда не уезжал? Случайно помню.
Он сидел передо мной в моем кабинете. 22 числа у нас было общее собрание. С утра и до обеда. От 22-го, если я не ошибаюсь, погиб Горебян. Вы опять в детективов играете? Да нет, Тимур Георгиевич, вы не так поняли. Ника, а можно я с Денисом поговорю наедине? Конечно. Спасибо. Мне очень жаль, что вы не прислушались к моей просьбе. И мне не нравится, что твоя молодая жена крутит тобой как хочет. При чем здесь Ника? Я сам хочу во всем разобраться. Топорков опытный полицейский. Он давно работает. И у него есть серьезная версия относительно гибели Валентины. Я по своим каналам узнал, что эта версия связана со злоупотреблениями в аэроклубе. Ну, он что-то такое говорил. И завтра первым же автобусом в город. Закончились твои каникулы. А можно я с вами пойду на ночной обход? Хо, еще чего. Даже не думай. А если на браконьеров нарвемся? У них оружие. Ну, не будут же они в нас стрелять. Ну, кто знает, что это за отморозки. Половину поголовья мне вон извели. Андрей. А что, если это не браконьеры? Ну, а кто же? Черлыкский змей. Он просто мутировал и переселился на сушу. Я читала, так бывает. Поэтому-то его в море и не нашли. Ядрен батон, хватит чушь молоть, а? Мне на обход пора. Я, пожалуй, дверь запру, не обижайся. Чтобы змей не зашел. Чтобы дурость твоя не вышла. И вам с Никой совершенно не надо лезть в это дело. Просто уезжайте спокойно и отдыхайте. Пап, я все равно не смогу спокойно отдыхать. Я же вижу, что тебе плохо. Со мной все прекрасно. А я сомневаюсь. Сколько раз я просил тебя рассказать мне о проблемах в заповеднике. Ты каждый раз отказываешься. Это что, по-отцовски? Денис, я разберусь сам. Пап, я тоже профессионал, у меня красный диплом. Я, между прочим, всегда мечтал работать рядом с тобой. По-моему, когда я был маленький, ты тоже об этом мечтал. Помнишь? Это не то место, где тебе нужно жить и строить свою карьеру. Это проклятое место. Поверь мне. Отойдите от края. Девушка, вы что? Скала, это не шутка. Разве можно быть такой легкомысленной? Я... Голос меня позвал. Здесь голос был какой-то. Мне кажется, меня убить кто-то хотел. Так, успокойтесь, хорошо? Ага. Я сейчас вас провожу домой. Вы из поселка? Где вы живете? У Алчанова, у директора. Я невестка его. Ника? Ага. Ну, пойдемте. Мне в спину камень кинули. Нет, я точно не видела никого. Может, мне показалось, что меня кто-то позвал. Море шумело и ветер. Бывает. С непривычки вообще легко спутать звуки природы с голосами. Все-таки вам лучше не лазать по скалам в одиночку. Стойте! Подождите! Посмотрите, какой красавец! Ну что же вы? Это жужелица. Иди сюда. Крымский эндемик. Вот видите, какой красавец? Ох, какой! Давай, иди, беги. Давай, давай, давай. А то на дороге тебя растопчет. Осторожно, ой, осторожно. Ой. Спасибо. Вы добрая. И вообще симпатичная. Ой. А я вас себе совсем другой представлял. Меня? А кто вам про меня рассказывал? Ой. Да нет, просто... Я имел в виду, женщины обычно боятся насекомых. Ой, да я только змей боюсь. Кстати, Андрей, а вы знаете что-нибудь про черлыкского змея?
Говорят, он тут в подземных пещерах живет. А вам кто про него рассказывал? Да все говорят. Угу. Ой. Скажите, а почему собрание перенесли, вы знаете? В смысле перенесли? Как написано, так и состоялось. Еще ругали всех. А. Это в понедельник, точно? Да точно, точно. Я еще подумал, понедельник – день тяжелый. У нас собрание всегда по понедельникам. Странно как-то. Что? Да нет, ничего. Андрей, спасибо вам большое, что проводили. Дальше я сама. До свидания. До свидания. И все-таки, как ты думаешь, почему твой отец соврал про собрание? Прикрывает Федосова? Ну зачем? Ты все сказала? Я повторяю тебе еще раз. Папа, скорее всего, что-то перепутал. А дядя Леня никого не убивал. Если бы это было не так, мой папа никогда не стал бы прикрывать убийцу. Никогда. Я прошу тебя это усвоить. Денис, я... Я не намерен это терпеть. Ты понял? Не намерен. Это неуважение к дому. Так можешь и передать своей Нике. Ой, а что случилось? Что случилось? Полюбуйтесь, пожалуйста. Это что? Что это? Это амфора, которую я вам подарил на свадьбу. Вчера была целехонькая, сегодня в дребезги. Вы что, не видели, как она мне дорога? Вы не видели, как я ее склеивал, когда вы ее в первый раз разбили? Если опять уронили, ну, найдите мужество признаться. Нельзя же ее выкидывать, как мусор на помойку. Я не понимаю, вы думаете, что это я? Я не разбивала. Конечно. А кто шатался с утра по дому? Я проснулся от шума. Да, я на море собиралась. Блюдце уронила. Там, в ведре. Амфор я даже не видела. И пакет это тоже не ваш. Я, наверное, поставил его в кладовку в дальний угол. Пап, успокойся. Перестань оскорблять мою жену. Ты не прав. Ах, вот как? Я не прав? Тогда знаете что? С скатертью дорога. Я надеюсь, вечером вас здесь уже не будет. Они меня теперь узнают. Я им теперь вместо мамы. На руки не бери. Это ж не домашние питомцы. Наша цель – вернуть их в природу. Может, тогда сами на природу? До автобуса еще 3 часа. Куда? В запретную зону? Искать твоего дурацкого змея? Я тебе еще вчера сказал выкинуть эту идею из головы. Но я точно знаю, что он там, в пещерах. Представляете себе, что будет, если мы первыми его обнаружим? Нобелевскую премию по биологии хотите? В запретной зоне находится мышьяковый колчедан. Там очень опасно лазать, особенно таким субъектом, как ты. Я туда в детстве 300 раз лазала, и ничего, жива. Повезло тебе. И сейчас нам повезет. Но мы же не будем эти камни трогать. Мы просто пройдем и заглянем одним глазком, а? Нет. Тогда я одна пойду. Вы меня знаете. Ну, не пустите же вы меня одну. Ник, подожди, ну не пари горячку. Я попробую что-нибудь разрулить. Как? Это невозможно. Слушай, поверь, мне отец очень хороший человек. Просто это бред какой-то. Он очень любил маму и дорожил этой амфрой, но я понятия не имею, кто ее разбил. Мне плевать, кто ее разбил. Но раз меня выгоняют из дома, я здесь не останусь. Согласитесь со мной пойти. А я вот не знал, что я такой дурак. Надо было тебя сразу в город отправить и дело с концом. Один раз меня уже отправили.
Вот теперь нам сюда. Сейчас нас охрана поймает, и в лучшем случае я лишусь работы. Да не бойтесь, тут охранники не ходят. Этот путь только я знаю. Ой. Мусор какой-то пластмассовый. Баночки какие-то. Вот тебе и запретная зона. Как никакого контроля, так немедленно свалка. Чувствую, субботник делать придется. Андрей, скорее сюда. Это не свалка. Вот он, вход в пещеру. Останешься здесь, поняла меня? Только не убивайте, пожалуйста, змея. Это пугач. Да и нет там никого. На душе хуже некуда. Ну что, куда пойдем? На вокзал? На пристань? Денис, мне кажется, нам все-таки стоит пойти в полицию. Зачем? Послушай меня сейчас. Вот это я только что нашла в компьютере твоего отца. Моя флешка с прыжком. Откуда она у него взялась? Помнишь, мы с тобой сокрушались, что запись прыжка пропала? Он был рядом, и он нам ничего не сказал. Почему он ничего не сказал? Ты что, копалась в компьютере моего отца? Может, еще комнату его обыскала? Нет, Денис, я только… Может, ты еще моего отца в убийстве подозреваешь? Денис, ну ты же сам чувствуешь, что с ним что-то неладно. Если он не виноват, то полиция, она… Не смей так больше говорить, поняла меня? Я не ожидала от тебя такого. Я тоже от тебя не ожидал. Похоже, ты права, мы действительно не пара. Денис! Денис! Дур. Предательница. Извините, пожалуйста, а до города довезете? Только… Только денег мало. Что-то случилось? Угу. Садись, я так довезу. Thank you.
сколько? 10 750. Мне же в Архангельск, не в Нью-Йорк. Девушка, весь эконом продан. Алло, Ника, почему ты молчишь? Ты где? Я в городе, в билетных кассах. Ты с ума сошла? Я ведь заповедник обегал. Немедленно возвращайся. Все, я такси вызываю. Какой адрес? Зачем? Чтобы твой отец опять меня выгнал? Или чтобы ты опять мне руки выкручивал? Ну, прости, Ника, да, я погорячился. Ты же видишь, что я не могу оставить отца в таком состоянии. Ты просто очень хороший сын. А я, видимо, не такая хорошая жена. И я не могу делать вид, что я ничего не замечаю. А что ты замечаешь? Что? Все, Денис, хватит. Разбирайся со своим заповедником сам. Если мои попытки это сделать, тебя оскорбляют. Так, Ника, давай говорить разумно. У тебя все вещи здесь. Тебе придется вернуться. Я без вещей обойдусь. Не пропаду. Ника! А я предупреждал, что вам с Никой сюда не надо. Ну, что ты уселся? Иди догоняй жену. Миритесь. Продолжайте ваш медовый месяц. Где-нибудь в более подходящем месте. Послушай, Денис, в этой ситуации это будет наилучшей помощью мне с твоей стороны. Ответь мне, пожалуйста, на один вопрос. А как эта флешка оказалась у тебя в компьютере? А что это? Это запись Никиного прыжка, которую мы отдали Валентине. Ну так как она оказалась у тебя в компьютере? Понятия не имею. Эта флешка была вставлена в USB-порт. Зачем? Я тебе уже сказал, я не имею понятия. Я к домашнему компьютеру не подходил уже лет 300. Может быть, Ника сама оставила? Нет, Ника не делала копию. Ты уверен? Она же была в такой эйфории после прыжка. Может быть, забыла? Пап, ты прекрасно знаешь, что Ника не делала копий. И амфору она, кстати, тоже не разбивала. Я не уеду отсюда, пока не выясню, что происходит. Делай, что хочешь. Наташ, ну я не могу у матери просить. Она и так все деньги на свадьбу выгребла. Ника, это бред. Ну как можно вот так вот взять и уехать после первой же ссоры? А я не могу по-другому, Наташ. Переведи сколько можешь. Нет. Звони сейчас же Денису и мирись. Поняла меня? Замерзла же, полуношница. Пойдем в постель, пойдем согреет. Отстань ты. Всю душу ты мне вымотала. Ненавижу тебя. Ненавижу. И мазилу твоего ненавижу. Убил бы. Еще раз убил бы, будь он жив. Так это ты.
ты. И не только из-за ревности. Ты о чем? С ума сошла? Тихон Иванович. Да-да. Вот, готовы мои пробы. Так, сейчас. Вот, по 5 показателям флоры, плюс грибы. А вот фауна. Парнокопытные. Да, я взял кровь. Увеличение концентрации мышьяка в материале не выявлено. Ни по флоре, ни по фауне. Ну что, я требовалось доказать. Спасибо, Катюш. Я тебе сразу говорил, что мышьяковый колчедан здесь ни при чем. Вот. Месторождение здесь было всегда. А проблемы с фауной начались только в последнее время. Да, подождите, но меня настораживают другие показатели. Вот взгляните. Вот сюда. Так. И вот здесь. Ага. Совершенно не укладываются в норму. Причем увеличение в десятки раз. Ух ты. Ты гормональный спектр решил исследовать? Ну да, по максимуму, так сказать. Все равно пробы брал. Так вот, здесь по гормонам очень странная картина получается. У парнокопытных. Ну что ж, очень интересно. Очень. Возможно, это как раз косвенно, но доказывает наличие какого-то загадочного вируса. Вот что это за разводы художественные? Так, колер кто размешивал? Так это не я. Не ты. Людей не хватает, Михаил Петрович. Простите, пожалуйста, а вам люди нужны, я правильно поняла? Мне? Малеры мне нужны, качественные, позарез. А я подрабатывала маляром. 5 по практике получила. Я вообще строительный техникум окончила. Вот как. А ну-ка, девчина, покажи, что умеешь. Денис, можно на пару слов? Да, конечно. Хочу прояснить ситуацию. Отец твой обмолвился. Дело в том, что флешку, ну, вот эту, в кабинете, оставил я. Вы? Да, я пересекся с твоей Валентиной. Как раз накануне ее гибели заезжал в аэроклуб. Зачем? Протесты завозил против полетов над заповедником. Вот. Ну а Валентина всучила мне эту флешку. Она там что-то скопировала, что ей нужно, и просила передать твоей жене. А я грешным делом забыл. А когда вспомнили? Вчера вечером. Шел мимо вашего дома, нащупал в кармане. Решил занести, пока не забыл. Постучался. В доме никого. И дверь нараспашку. А твой отец, он как раз-таки в этом, в подвале копался. А ты, видимо, спал еще, наверное. То есть в компьютере флешку оставили вы? Да, хотел проверить. У меня же в кармане еще несколько флешек валялось. Я ее, видимо, в гнезде и оставил. А вазу тоже вы разбили? Вазу? Какую вазу? Мамину амфору. А, да. Что-то припоминаю. Зацепил ненароком. Ты уж меня прости. Ну вот, сразу видно мастерица. Это ж другое дело совсем. Что такое? Осторожно, девушка. Ух, очнулась. Все-таки хорошо ремонт в лечебном учреждении сделать, правда? И скорую вызывать не нужно. Ну как ты, дочка? Нормально? Да, вроде. А шею бы свернула, я бы и сел. Простите, пожалуйста. Пульс в норме. Ага. Подзаработать она решила. Обратно не возьму, так и знаю. Но я же там не закончила еще. Не-не-не-не-не. Хватит. Хватит. Мне очень деньги нужны. Хотя бы на билет. Не в Архангельск надо. А если опять рухнешь? Ты же под монастырь меня подведешь. Нет. Санитаркой пойдете? На пару недель. Господи, Марина, ну не надо на камнях сидеть. Холодно же, вставайте. Пойдемте. Выпей со мной, а? Прямо с горла? Ну, бокалы меня обзавелась, извиняй. Сегодня 9 дней. В смысле?
Со дня смерти Гребена. Со дня, как моя жизнь кончилась. Убили его. Я чувствую, что убили. Знаю. Почему? Объясните. Потому что видел кое-что, чего не следовало видеть. Что он видел? Что? Что видел Гребен? Пожалуйста, скажите. Да не знаю, я не знаю. И тебе этого тоже не следует знать. Оставь меня. Нет, я вас не оставлю в таком состоянии. Идемте. Пойдемте. Вставайте. Помогу вам дойти до дома. Простите, пожалуйста, а можно вас попросить вещи с пола убрать? Мне тут протереть нужно. Ну ладно, я аккуратненько. Эй! Обордела? В смысле? В смысле, не лапайте своими руками грязными мою сумку. Вы вообще знаете, сколько она стоит? Но я же вас попросила убрать, вы не пошевелились. Не вовремя попросила, значит. Извините, но мне все-таки нужно убрать. Ты что себе позволяешь? Ты вообще соображаешь, с кем ты разговариваешь? Ты вообще сейчас пожалеешь, что на свет родилась? Пришла со шваброй своей, у меня процедура! Извините, пожалуйста. Марина, доброе утро. Я вас везде искал, никак не мог найти. Дела много. Вы мне вчера на пляже про Гребена, помните, рассказывали? Будто бы он не случайно погиб и что-то такое видел. Плохо мне было. Вот разные фантазии в голову и лезли. Забудь. Пошла вон! Не смей появляться в моей палате! Простите, пожалуйста, я… Это больная там… Больная. Не обращайте внимания. Дело житейское. Госпожа Дворецкая не очень счастлива в браке. Ага, и поэтому позволяет себе… Поэтому периодически тратит деньги мужа, чтобы подлечить у нас нервы. Попутно калеча их окружающим. Не без этого что делать. В больнице работаем. Но она отходчивая. Кстати, вы не могли бы заглянуть в детский бокс? Зачем? Там буйная пациентка расшвыряла принесенный обед. Надо вымыть. Хорошо. Даду? Рад видеть, коллега. Ну что, у вас возникли какие-то новые дерзкие гипотезы? Да нет, я не по этому вопросу. Слушаю, чем смогу. Скажите, вы хорошо знали Гребена? Это вот этого художника погибшего. Ну, откуда? Я тут затворником сижу целыми днями. Ну, я видел его, пару раз. Вот так, мельком. Говорят, он очень интересовался запретной зоной. Как думаете, он мог знать про проблемы в заповеднике? Этот Гребен, насколько я слышал, могу судить. В науке-то ни черта не понимал. Был человеком творческим. Его легенды интересовали. А змеи всех расспрашивал. Ну и вон, красоты наши его вдохновляли. И одна красотка. Марина? Говорят. Я, кстати, вчера видел Федосова вечером. Очень переживает из-за Марины. Говорит, вообще перестал спать. Да перестанешь тут. Кстати, у меня есть хорошее успокоительное. Надо будет занести ему. Даду, ты как здесь? Ты заболела? Еще и вы здесь. Тоже будете сюсюкать и объяснять мне, что я сумасшедшая? Я вообще ничего не знаю. Ты как здесь очутилась? Расскажи мне. Ничего я вам рассказывать не буду. Это все из-за вас. Все из-за вас. Уходите отсюда. Успокойся, Даду. Дариночка, успокойся, я ухожу. Я сейчас уберу здесь и ухожу.
Девушка! Ника! А ты как здесь оказалась? Бабушка Соломея. То есть, простите, я ваше отчество забыла. Да не вспоминай, я уже седьмой десяток, Соломея. Вы к Даду пришли? Конечно. Я видела ее только что. Это ужас какой-то. Что с ней случилось? Я сама хочу знать. То есть, я не понимаю? Ну, понимаешь, ее в центре города. Люди добрые нашли. Сидит на скамейке, бледная, ничего не соображает. Но это еще полбеды. А еще что? Ой, язык не поворачивается говорить. Наркотики у нее в крови нашли. О, Господи. Она же ребенок еще совсем. Угу. Вот тебе и ребенок. Где у этого ребенка голова? Только Бог знает. О, Господи. До сих пор какую-то ерунду мелет. Правда, не добьешься. Какую ерунду? Какой-то змеюка в пещере. Жила в хижине в лесу. Этот змеюка какого-то лесника сожрал. Это что, у нее галлюцинации такие, что ли? Врачи так считают. А она скандалит, что и не верит. Я ничего не понимаю. Отец Дениса отправил ее к вам. Она позвонила, сказала, что доехала. А мне она позвонила, что она у вас осталась. Ну, всех обманула. Ты понимаешь? Ну, а ты-то как здесь оказалась, да еще в такой одежде? Я... Да я работаю тут. Временно так получилось. Но долго рассказывать. Ну и не говори. Понимаю. А ночуешь где? В бытовке. Так. С сегодняшнего дня будешь жить у меня в доме. Алчанова не ночует в бытовках. А знаешь, Денис, что я тебе скажу? Прокололся я. Права оказалась твоя супруга. Вы о гибели Вали? Правильно, она подозревала, что смерть Горебяна не была случайной. Ну и смерть Лемешева, очевидно, тоже. Ну, кто тогда виноват, кто убил и почему, вы поняли? Понял, что ниточка тянется к финансовым безобразиям аэроклуба. Вот тут меня интуиция не обманула. Ну и при чем здесь Горебян? Есть сведения, что Горебян регулярно наведывался в дирекцию клуба. А там, как выяснилось, часто обналичивали большие суммы денег. Проще говоря, платили кому-то неофициально. Ну вот, зелень бери. Угу. Все наладится. Денис тебя любит по-настоящему. Думаете? Ха, у меня глаз наметанный. Иначе отдали бы ему нашего мальчика. Хоть и за красавец. Угу. Даду меня красавицей не считает. На свадьбе. Глаза ослепило смотреть на тебя, солнце ясное. Грустишь? Ничего, все наладится. Иногда медовый месяц бывает самый горький. Пока все уголки, колючки притрутся. Ой, у меня этих колючек. А у нас, у Алчановых, думаешь, мало? Не сосчитаешь. Одна Даду чего стоит. Знаете, на свадьбе мне показалось, что вы... Ну, показалось, что вас все боятся немножко. А вы добрые. Бабушка Соломея мудрая, поэтому при мне боятся глупости делать. К сожалению, не всех. Вы про Даду? Она выправится, вот увидите. Врач сказал, что она эту дрянь в первый раз в жизни попробовала. Нашла бы этого Андрея. Собственными руками бы придушила. Какого Андрея? Да про которого Даду все время толдычит. Ну, лесник этот, будь и не ладен. Какого-то змея ей показывал. Бандит, ей-богу. А вы знаете, в заповеднике есть один Андрей. И он лесник. Только он не бандит вроде. Слушай, а куда отец этого делся, не знаешь? Не знаю. А вам зачем? Ой, слушай, у нас тут такое случилось. На весь поселок такой скандал. Федосов Марину избил. Ой,
Насилу оттащили, а то убил бы. Слушайте, я думаю, вряд ли он захочет это обсуждать, и я тоже. Я не люблю сплетни. Да какие сплетни? Я ж по делу пришла посоветоваться. Может, нужно помощь какую-то организовать? Может, лекарства нужны? Слушайте, ничего не нужно. Оставьте их в покое. Да я понимаю. Я не обижаюсь. У тебя же самого ситуация. Небось, кошки на душе скребут. Слушайте, что за ерунда? Какие кошки? Хороша ерунда. А куда Ника-то твоя делась, жена молодая? М? По семейным обстоятельствам уехала. Вам что за дело? Да мне-то никакого дела нет. Но только Андрей этот, смазливенький инспектор, тоже, гляжу, куда-то уехал. Внезапно. Уж не за ней ли? М? Слушайте, вам не надоело чушь молоть? Да что ж, мне глаза свои, что ли, выбросить, что ли? Я не знаю. Ну, очевидно, вы не замечаете. Я, между прочим, сама видела, как этот Андрей с моря твою Нику провожал. Уж так оберегал, что только чуть на руках не нес. Я в курсе. Да? Да. Ника в тот день чуть с обрыва не упала. Андрей помог, проводил до дома. Она мне сама все это рассказывала. А, ну да. Ой, Денисик. Наивный ты человек. Рассказать то, что угодно можно. Слушайте, займитесь своими делами. Так я помочь хотела. Предупрежден, значит вооружен. Хам. Даду. Дариночка, послушай, пожалуйста. Я разговаривала с твоей бабушкой и с доктором. Я знаю, что случилось. И я знаю, что все твои рассказы врач считает галлюцинаторным бредом. Бабушка тоже так думает, и все остальные. Но я тебе верю. С чего бы это? Может быть, я и правда свихнулась? Даду. В заповеднике действительно странные вещи творятся. Нехорошие, мне кажется. И я вот тут принесла твои вещи. Зачем? Бежать? Нет, что ты. Просто посмотри. Вдруг найдется какая-то зацепка. Чеки, билет там какой-нибудь, я не знаю. Какой билет? Ну, хоть что-то, что может помочь нам понять, где ты была и с кем. И кто мог оставить тебя в городе на скамейке в таком состоянии. Ой, ленточки, которые я вешала на деревья. Значит, мне не привиделось. Значит, я не сумасшедшая. Ника, спасибо. Добрый день, Мариночка. А муж дома? А он к матери ночью уехал. А что? Да я тут лекарство ему принес успокоительное. Хорошее, сильное. А зачем? Ну, Денис говорил, что... Ну, в общем, у меня лишнее. Думаю, вам пригодится. Нас успокоит только могила. Ну, что вы такое говорите, Мариночка? Господи, что это у вас? Синяк. Ой, и тут тоже. Ужас. Да как он может такую-то красоту? Безмерно сочувствую. А сочувствовать вы скоро все будете Федосову. Почему? А я отомщу. Да бог с вами. Он же не мерзавец этот ваш Федосов. С ума сходит по вам. Ну так он не один такой. Ладно, поговорили. Я пойду. У меня голова что-то вся кружится. Пойду прилягу. Дайте лекарства. Да. А ты добрый. Жаль, что такой нескладный. Директора до конца дня не будет. Уехал. Ясно. А можно тогда вам вопрос задать? Ну? Скажите, а как часто сюда приезжал Антон Горебян? Кто? Горебян? Ну да, это художник, который в ДТП погиб. Слышали? Говорят, он часто сюда в дирекцию наведывался.
Не знаю о нем ничего. Может, кто и наведался к директору, я не замечал. Ясно. Ладно, я тогда к вам завтра зайду. А можно вам последний вопрос задать? Ну, давай. Взгляните, пожалуйста. А не этот ли человек в тот день, ну, когда Валя погибла, приезжал сюда? Помните, вы мне рассказывали? На белом джипе. Нет. Но он тоже тут часто бывает. А ну, пролистни-ка назад. Знакомое лицо мелькнуло. Стоп. Вот этот был в то утро, точно. Наконец-то, я уже заждалась. Послушай меня, Даду. Я позвонила в заповедник, и там мне сказали, что Андрей никуда не пропадал. Он скоропалительно уволился и уехал. Как уехал? Зачем? А Федосов, ты его знаешь, сказал, что Андрею предложили хорошую работу. И он побоялся ее упустить. Даже зарплаты своей не дождался, уехал. Значит, Андрей убил черлукского змея и спасся? Я попросила номер его мобильного. Телефон вне зоны. Может, он просто очень далеко уехал? Давай еще раз позвоним. Давай. Дай мне. Не знаю, может, он решил уволиться, потому что испугался, что со мной что-то случилось, что меня съел змей. Даду. Даду, давай мыслить логически. Тебя нашли в центре города, за много километров от заповедника. Вряд ли тебя туда перенес черлыкский змей. Ну а кто? Так что очень похоже, что Андрей с Даду попали в какую-то переделку в этой запретной зоне. Выходит, именно там Даду получила по своей дурной башке. И никаких наркотиков она до этого не принимала. Ты уверена? 100%. Возможно, у них там в зоне какой-то несчастный случай произошел. Но упала она, потеряла сознание. А Андрей что? Испугался, ребенок ведь. Ага, и потащил ее не весь куда. Под суд его за это. Но... возможно, он хотел реанимировать ее с помощью каких-то препаратов. А не получилось, отвез в город и сбежал. Джигит. Хотелось бы в это верить. Андрей мне показался хорошим парнем. Хотя, конечно, я видела его только один раз. Бедная Дадушка. Столько натерпелась, голубка. Ну, сотрясения мозга у нее нет. Скоро ее выпишут, и мы... Ой. Что с тобой? Ничего. Голова закружилась чего-то. А у тебя уже так было? Но последние дни. От волнений, наверное, от запахов. Краска сначала, потом очиститель этот на работе. Химия на юге такая пахучая. Никусь, а ты часом не беременна? Что ты маешься? Маятник. Туда-сюда, туда-сюда. Езжай уже, наконец, к жене. Что ты мучаешь? Ее, себя, меня. Пап, я не могу оставить тебя в таком состоянии. Я в порядке.
Федосов у меня с катушек слетел. Это да. Ну тогда тем более не могу. Ты здесь не помощник. Без тебя разберемся. Не беспокойся обо мне, сынок. Папа, почему ты так активно пытаешься избавиться от меня? Может быть, тебе есть что скрывать? Молчание – знак согласия. Открой! Открой дверь, сказал! Когда вы сказали, последний раз тест делали? Неделю назад примерно, а что? Неделю назад. Я вас поздравляю. Беременность 5 недель. Правда? А как же тест? Ну, если вы мне не верите, можете еще раз на тест потратиться. Только он покажет то же самое. Денис, алло, привет. Ты меня слышишь? Что ты хочешь от меня? Да, я еще не сдал своего подозрительного папашу. Да, я туплю. Да, у меня нет доказательств. Денис, у нас... Короче, я не в форме. Если хочешь с кем-то поболтать, поболтай с лесниками. Суши швабру. Тебя Грушин вызывает. Срочно. А чего он не ушел, ты еще? Не знаю. Странно. Входите, Ника. Сейчас разберемся. Тут к вам вопрос возник у нашей клиентки. Ты крем сперла? Ты, я знаю. Признайся лучше сама, ты? Что? Какой крем? Ну вот, Марианна Павловна утверждает, что после вашей уборки из ее палаты исчезла баночка с кремом, очень дорогим. А ко мне больше никто не входил сегодня, только это... Юлозила шваброй своей вонючей. Прямо у меня под носом. Ты специально, да? Специально? Да нет, конечно. Она просто заставила меня выйти из палаты. Вернулась крем тю-тю. Да я ничего не брала. Скажите, о каком креме идет речь? Ну, сделаем наш разговор более предметным. Вот. Исчез точно такой же. Не трогайте, поставьте на место. Но если вы взяли крем не для себя, то скажите, по чьему заказу? Да я его в глаза не видела. Если только когда уборку делала, выбросила. Хотите, я вам такой же куплю? Скажите магазин. Купит она. Да ты представляешь, сколько эта баночка стоит? Купит! Тебе 10 лет шваброй махать, и то не намахаешь! Успокойтесь, успокойтесь, Марианна Павловна, успокойтесь. Ника, скажите, это ваш рюкзак? Да, зачем вы его... Я его временно конфискую. Так. И ваш паспорт тоже. Ставлю вас в известность. Как? На каком основании? Полицию пока звать не будем. Но... Разберемся кулуарно. У вас сегодня ночная смена? Да. Ну, придется вас заменить. А вы побудете в палате. Я ее запру. Пока не вспомните, куда именно вы... Совершенно случайно выбросили крем. Я никуда не пойду. Тогда я упеку вас за воровство. А свидетелей мы найдем, это я вам гарантирую. Да. Thank you.
Ну, люди вы там или нет? Да-да, миленькая, ты как здесь? Откуда? Меня сегодня на ужин выпустили, и там все шептали, что ты что-то свистнула у тетки из вип-палаты. Вот мне интересно знать, что. Но ты же не думаешь, что я... Да ладно, расслабься, я пошутила. Бежать хочешь? Хочу. Побежали. Откуда ключи? Долго рассказывать. Сейчас самое удобное время, врачей нет, а медсестры чай пьют. Идем? Там в туалете окно открыто, я видела. А куда мы пойдем? К бабушке Соломее, конечно, куда же еще? Она в обиду не даст. Идем? Идем, не тормози. А у меня циркуляры и воздушный кодекс. Минуточку. Молодой человек, у меня важный разговор. Подождите за дверью. У меня тоже важный разговор. Мне нужны цифры, слышите? Какие цифры? Что вы себе позволяете? Сколько аэроклуб платит заповеднику? Что? Вам виднее что? Сколько вы платите Алчанову, чтобы он не выселил вас с этой территории? Через кого вы передаете деньги? Через Горебяна? Послушайте, вас Топорков прислал? Ну, знаете, это уже за всякие рамки. Я скоро решу, что он сам вымогает таким образом. Полиция все равно вскроет все что эти ваши... Что она вскроет? Что вскроет? Не знаю никакого Горебяна. И денег я никому не платил. И обналички у нас никакой нет. Вот. Все бумаги тут. Неделю я собираю эту макулатуру. Замучились с этими проверками. Лучше бы ваш Топорков к заповеднику присмотрелся. А что в заповеднике? А ничего такого. Только ребята-парашютисты сверху не раз засекали, как в районе их запретной зоны машины шастают. Машины? А что это значит? Хотите знать мое мнение? Я по первому образованию геолог, могу просветить. Мышьяковый колчедан в природе довольно часто соседствует с самородным золотом. Вы что, хотите сказать, что... Я хочу сказать, что незаконная разработка месторождений повреднее. Шума от самолетов будет. Марина! Опять? Ну нельзя же так, Мариш. Мариш. Ну, прости меня, пожалуйста. Клянусь, никогда тебя даже пальцем тебя больше не трону. Марина! Мариночка! Вы в поселок подвезете? Да не до тебя мне сейчас. У вас в заповеднике суицид, да и коробочка полна. Потом ко мне заходи, хорошо? Не ковыряйся, ешь. Я больше не хочу. Ешь, тебе говорю, а то одна вон кожа да кости. Это из-за больницы. Сегодня хоть встала как человек, не то там в 6 утра будили. Грушин, наверное, уже явился на работу. Увидел сюрприз. Да. Подумать только, а. Такой представительный человек, и вдруг такой подлец оказался. Значит, на подлецов у вас глаз не наметан, бабушка Соломея. Ник, а ты чё, типа, спёрла-то у той тётки? Да крем дорогущий у неё пропал. Это что ж за крем такой дорогой, а? Что так человека мучить можно? На баночке ничего не написано, только логотип. Буквы М и Ф. Английские. И ещё такая восьмёрочка внизу. Да, ты откуда знаешь? Даду, говори. Вы что, думаете, что это я украла? Вы что, совсем... Тебе останется. Я еще видела целую кучу таких баночек в заповеднике, только пустых. Когда? Когда мы с Андреем в запретную зону лазили. Вы хоть понимаете, что вы натворили? Ну откуда же я знал, что она из вашего заповедника? Она нас сдаст. Клянусь, это глупое совпадение, она ничего не поняла. Так, слушай сюда.
Придется тебе теперь это все исправить. Как это исправить? Как накосячил, так и исправишь. Я? Ну а кто? Срок у тебя до завтра. Иначе сам знаешь. Понял. Выполню, доложу. Леня, возьми себя в руки, Леня! Зачем? Зачем? Все бессмысленно теперь, ты понимаешь? Я же не прощу себя теперь. Я тоже жить не хочу. Без нее... Хватит, Леня, у меня тоже жена погибла. Ты не был виноват в ее смерти. Был! Нет, был, ты это прекрасно знаешь. Нельзя раскисать, надо действовать. Хотя бы ради Дениса. Леня! А если это... Грушин? Ну, сейчас он у меня попляшет. Явился, красавец? Считай, что я свою внучку из твоей клиники выписала сама. А если твоя... богачка еще хоть раз назовет мою родственницу воровкой, то будет иметь дело со всеми Алчановыми, так и передай. Вот, и горшки она будет из твоей богадельни выносить сама. Тише, успокойтесь, Бога ради. Я извиниться пришел. О, неужели просветление наступило? Я искренне сожалею, но и вы меня поймите. Пациентка эта половину дохода всей клинике за месяц приносит. И что? Теперь все можно? Нет, конечно, но она так кричала, чуть окна не вылетели. И самое главное, что крем-то нашелся. Кто бы сомневался. Небось, сама куда-нибудь засунула. Угадали. Дворецкая забыла его в халате, в процедурной. Я прошу вас, позовите Нику, будьте так любезны. Я хочу... принести ей извинения лично и вещи отдать. Ника! Давайте паспорт и уходите. Я, честно говоря, не хочу вас видеть. Пару слов можно? С глазу на глаз. Еще раз искренне сожалею. Помню, вы хотели заработать денег, чтобы уехать на родину. Вот здесь то, что вы уже заработали, плюс моральная компенсация за неприятный инцидент. Одно условие. Вы должны улететь в ближайшее время. Это в ваших же интересах. Что? Врач УЗИ сказал мне, что вы ждете малыша. Так вот, вам нужно постараться позабыть эту историю как можно быстрее. Вы меня поняли? Мне
Как-то тревожно у меня на сердце. Не улетай, пожалуйста. Нам же надо как-то разобраться со всей этой историей. Перестань. Ей сейчас нужно о малыше думать. А этот мерзавец ей угрожал. Кого там еще принесло? Ника, ты здесь? Денис с тобой? Нет. Он же с вами остался. Пропал Денис. Исчез. Ну вот и все. Тимур Георгиевич, что, случилось? Говорите, пожалуйста. Что с Денисом, дядечка Тимур? Что вы молчите? Так, не кудахтай. Иди на кухню, чайник ставь, на стол накрывай. Хорошо. Виноват я перед тобой и перед сыном. Врал я вам, все. Я знаю. Так, давай без трагедий. Тебя сын на свадьбе тоже потерял, а ты вон нашелся живой и здоровый, и он найдется. Вставай. Денис. Денис. Это я, Андрей Лесник. Помнишь меня? Где мы? В тюрьме. Четыре года назад все это началось. Позвонил мне какой-то тип, сказал, что хочет снять неофициально в аренду участок заповедника. Там, где пещеры. Это что ли в запретной зоне? Не выскакивай. Хорошие деньги предложил. Сказал, от меня требуется просто изолировать этот участок и не лезть туда. Неужели ты добро дал? Ну, конечно, нет. Но мне объяснили, что могу пожалеть. Очень серьезные люди заинтересованы. Рубцовцы. Это бандиты, да? А уже совсем скоро погибла моя Люся под камнепадом. Боже мой. Мне опять позвонили. Сказали, что если не исправлюсь, могу и сына потерять. Так значит, ты тоже в пещеру полез? В пещеру. У них там все оборудовано. А в глубине свет похож на электрический. А людей видел? Не успел. Меня сзади ударили, а потом сюда привлекли. Аналогично. Который уж день здесь кукую.
Выходит, эти люди, они... Они мне сказали, что им нужно просто укромное место для склада. Потом стало сокращаться поголовье. А утром, в день вашей свадьбы, я получил доказательства незаконной охоты. Пришел Андрей, лесник, принес мне видео. Там косуля раненая. Она еще беременная была. У меня внутри прям все. В общем, я пошел в эту зону. Всыпал им? Куда там? Скрутили меня. Прямо перед пещерами. Затолкали в багажник моей же машины. Долго держали там, под солнцем. Увезли куда-то. В горах бросили машину, еле выбрался. А на сиденье записка. Не суйся сюда больше. И несколько пачек денег. Теперь ты понимаешь, почему я хотел, чтобы вы с Денисом как можно скорее отсюда уехали. Даже амфору Люсину не пожалел. Так это вы разбили. Хотел скандал закатить. А Денис все равно. Копал и копал это дело. И вот сегодня ночью исчез. Так и Горебяна тоже они. И Валентину. Я думаю, что да. Я сразу к Валентине пошел. Посмотреть, что там на записи на этой. Валюша мне флешку отдала и в тот же день погибла. Так, наверное, нам в полицию надо как-то... Нельзя в полицию, тогда дядю Тимура арестуют. Да пускай хоть расстреляют. Сына мне надо найти. Ника, поехали. Так, стоять. Расстрел отменяется. Нам есть кому позвонить. Полковник полиции мой поклонник. Порядочный. Голову даю. Ой, это дядя Семен, что ли? Да, история нехорошая. И телефон не отвечает уже вторые сутки. Знаете, я думаю, в этой пещере перевалочная база наркотрафика. Почему вы так решили? Я посмотрела в интернете про Рубцовских. Их ловили на таких делах. И потом эта странная история с кремом. Даду видела в зоне такие же баночки, пустые. Наверное, в них фасуют. Ну, логично. И у Даду в крови обнаружили наркотики. Мысль интересная, но вы не совсем тщательно поискали Ника. В каком смысле? И Костя Рубец, и вся его группировка 5 лет назад ликвидированы. Как это? Они же мне угрожали. Да. Гораздо позже. Кто меня тогда в багажник затолкал? Разберемся. Обращусь в ваш местный УВД, чтобы возбуждали дело по факту исчезновения Дениса. А я все-таки проверю пещеры. А вот это лучше мои орлы. Готовы дорогу показать? Конечно. Дам вам адрес отделения, съездите с ними. С вашей клиникой Ника сложнее. Но у меня, по счастью, сейчас в производстве дело по наркотикам. Попробую в рамках него. Тряхну вашего Грушина, чтобы груши посыпались. Самое-то смешное, что кочегарка эта недалеко от сторожки моей находится. А урод, который мне еду каждый день приносит, заявил, что работает здесь. Вместо меня, прикинь. Как думаешь, зачем нас здесь держат? Тюремщик не доложил. Убираться надо отсюда. Да пробовал я. Нереально. Наручники открыть можно. Только надо найти чем. Объясните мне, что за МФ, из-за которого весь сыр-бор? Откуда я знаю? Крем. Дворецкая его сразу унесла. Похоже, вам изменяет память. Откройте сейф, будьте так любезны. А с какой стати я должен... Предпочитаете официально? Хорошо. Сейчас устрою вам и ордер, и понятых. Откройте. МФ. Уж не тот ли? Это имущество клиники. Обращайтесь к владельцам.
У вас ко мне все? Почти. Куда вы звоните? Ну, я ж обещал вам ордер и понятых. Это что такое? Кто тебе позволил? Сами виноваты. Почему не взяли меня к дяде Семену? Да я гляжу еще, девчонка у машины крутится. Как ты умудрилась, Даду? Ну, я проследила. Ну, а как же без меня? Я главная свидетельница. Единственная. Вы знаете, это прекрасно, что полиция занялась этой воровкой. И я хотела сказать санитаркой. Я уверена, это она. Да, именно она сперла у меня крем. Ну, а потом девочка испугалась и подбросила ко мне в халат. А что за крем такой чудесный? Ну, это для красоты. А разве вам что-то нужно для красоты? Ну, природу надо поддерживать. Я без этого крема уже жизни себе не представляю. Это моя ягодная гостиная. Вы присаживайтесь. Присаживайтесь. Спасибо. А конкретней? Что? Что за фирма? Где покупаете? Давайте оставим дамам их маленькие секреты. Пойдемте, я вам бильярдную покажу. Марьяна Павловна, вы не понимаете. История более чем серьезная. Санитарка? Нет. Со мной? Есть сведения, что в тюбиках с маркировкой МФ распространяют наркотики. Какие наркотики? Да вы что? Да этим кремом уже 3 года вся элита пользуется здесь. И в Москве. К сожалению, это ни о чем не говорит. Теперь представьте, как такой скандал отразится на репутации вашего мужа и его банка. Да я вас уверяю, это просто крем, омолаживающий, волшебно омолаживает, морщины вообще уходят. Это для кожи, вы понимаете? Причем тут наркотики? Кто производитель? Не знаю. Делают где-то за границей. Какая-то экспериментальная разработка, достать вообще невозможно, только через своих людей. Вы покупали у Грушина? Да. Сколько платили? 100 евро. Вам придется отдать мне ваш крем для экспертизы. Ну что они там так долго? Можно я пойду посмотрю? Даду, стоять здесь, ясно? Тебе и так достанется на орехи. Идут. Ну что там, дядя Тимур? Андрея нет? Вообще ничего нет. Ни охраны, ни следов. Нет, может, что-то и было, но сейчас чисто. Одни камни. Не может быть. Но я же видела. Вот там кладбище костей. Показать? Идемте. Даду, вернись сейчас же. Но здесь же были кости. Я точно помню, точно. Да я кругом все обшарил. Ни баночек, ни других упаковок. У вашей девочки... бурная фантазия. Это у вас фантазия, мальчик. А я видела! Видела! Даду! Даду, вернись! Даду! Даду, стоять! А это видела? Это же кепка Андрея. Ну-ка, дай сюда. Тут кровь. Ситуация такова. Возможно, в исчезновении Дениса никакого криминала нет. Как это? В вашем поселке, говорят, парень был в явной депрессии. Вы ведь поссорились? Дениса видели на шоссе с рюкзаком. Топорков предположил, что он просто уехал. Но почему же у него тогда телефон отключен? Потому же. Возможно. Дальше. Формальных поводов возбуждать дело о запретной зоне у нас тоже нет. Вы ничего не нашли. Как ничего не нашли? А кепка Андрея, она же в крови. На кепке небольшое пятнышко. К тому же Топорков подтвердил, что в отделе кадров заповедника действительно лежит заявление Андрея об увольнении. Тоже, сам он уехал. Ну а что с этим кремом? Сделали экспертизу? Первичную. Наркотических веществ не обнаружено. Я все-таки не понимаю. Но что-то же было в этой пещере. Точно было? Возможно, склад или расфасовка. Но улики успели скрыть. То есть, по вашему мнению, убийство моей Люси... Вали, Горебяна,
Это все из-за какой-то косметики? Согласен. Верится с трудом. Но других версий пока нет. У Андрея тоже телефон вне зоны доступа. Его спасать нужно срочно. Он трус твой, Андрей. Бросил несчастную девчонку и сбежал. Но он не мог. Чего тебе Федосов-то сказал? Где Андрей новую работу нашел? В Хабаровске? В Хабаровске, да. Угу. Там заповедник побогаче. Проблем нет никаких, не то что у нас. Как заповедник называется? Отстань, Даду. Угу. Ладно, еще раз расскажи мне подробнее, как выглядели эти баночки? Ну, довольно простой дизайн. Надписей никаких нет. Только логотип. А есть ручка? На. Вот так примерно. Буквы М и Ф, а внизу под ними что-то типа виньетки восьмерки. Ну, как такой знак бесконечности. Да, возможно. А буквы как монограмма. Ты чё, Тимур? Вы что-то поняли, Тимур Георгиевич? Нет, я ничего не понял. Я ровным счетом ничего не понял. Спасибо за ужин, Соломея. Я пойду лягу, голова раскалывается. Меня как осенило. М и Ф. Марина Федосова. Он же ее обожал, с ума по ней сходил. Вот и решил крем в ее честь назвать. Может, ты зря на друга думаешь, а? Ведь вы же всю жизнь с ним, рука об руку. Да знаю я. Всю ночь вертелся. Все на нем сходится, на Федосове. Он все 4 года обеспечивал охрану этой запретной зоны. Держал связь с мифической группировкой этой Рубцовской. Ну что, думаешь, он затеял нелегальный бизнес? Ну а что, удобно. На им же самим охраняемой территории. Меня за нос водил. Зачем ему криминал? Из-за Маринки. Голову потерял, деньги нужны были. Ой, нет. Не мог он. Люсю твою. Но я не с руку понять. Я тоже так думал. А еще Горебян, Валя. Ой. Парнишка этот Андрей. Я же не сказал, чтоб Даду не слышал. Не уволился он. Как? Федосов заявление об уходе подделал. Сказал, Рубцовские приказали. Не могу поверить. Ну, не могу. Я тоже. Поэтому и еду. Хочу другу в глаза посмотреть. Ночью один. Опасно. Я только к утру доберусь. Ладно, все. Сказал, еду, значит, еду. Ты береги Даду, Нику. Не выпускай их никуда. Майор. Тимур Георгиевич, доброе утро. А что вы здесь так рано? Где Федосов? Да задал мне ваш друг работу. В каком смысле? Пришел с повинной. Сказал, что смерть супруги его перевернула. Вот до утра записывал его признательные показания. То есть вы все знаете?
А это он? К сожалению. Вот как говорится, собираю вещественные. А где Денис? Что с ним? Живой. Все хорошо. Андрей Марусин. Жив. Сейчас Федосов к нему опергруппу на участок ведет. Держал их там, связанными, в Марусинской сторожке. Оригинально, да? И ведь не искал никто. Майор, я должен срочно увидеть сына. Угу. А потом я напишу вам явку с повинной. Даду, вставай, Соня. Без блинов останешься. Ника. Даду, в ванной? Нет, я только что оттуда. Ой, господи. Чуяло мое сердце. О! Андрей поехал искать. Ой, неси велокордин. Сейчас, сейчас, минутку. Да вроде тут нет никого. Странно, может, в доме все? А вы кто? Я? Донцов? Лесник ваш новый. Вы ж меня сами в штат брали, бумаги подписывали. Я подписывал. Память подводит. Сейчас поправим. Руки подними. Во, смотри, что нашел. Какое дело. Ага. Возьми здесь. Давай, давай, давай. Еще. Давай. Давай. Избушка моя. Ничего, так братки затарились. Ты про ящики, что ли? Ага. Они, походу, схрон у меня устроили. Я слышал, как они про оборудование какое-то терли, про товар. Краденое, думаю. Черт, что это? Отец? Стой, там тюремщик! Даду найдут. Семен Федорович обещал. Может, вам телевизор включить? Давай. Я правильно поняла. Белки аквабарины. А хотите, я вам чаю сделаю? Верно. Но, к сожалению... Хотите? Спасибо. Хорошо. А с сахаром? А? С сахаром? Угу. Хорошо. Открыли гормон мерферон, который способен многократно стимулировать выработку аквапаринов самим человеческим организмом. Представляете? Так это же замечательно. Не все так. Чего там? Искусственно. Сейчас, сейчас, минутку. Мерферон пока не удается. В природе же его носителями являются некоторые виды животных, обитающие в особых экологических условиях, так, где недостаток. Что? И норма. Хочу позвонить Семену Федоровичу. Вдруг это имеет какое-то отношение. Есть регионы, в которых обитают такие животные? Ладно, Тимур Георгиевич. Присаживайтесь. В ногах правды нет. Ну, что вы на меня смотрите, как не на родного? Все у нас с вами будет хорошо. И сына вашего вернем. Возможно. Как директор заповедника вы нас устраиваете? Отец! Товарищ майор, сиди, отец, что происходит? Не рыбайся! Куда? Оставь его! Отец! Отец, ты ранен? Есть у кого-нибудь телефон? Отец, слышишь меня? Может, оно и лучше. Нет, нет. Нет, не умирай. Я не смогу без отца. Слышишь? Денис,
Ты сам скоро отцом будешь. Нет, 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 не умирай, слышишь? Да вызовите кто-нибудь скорую! И вот это постельный режим. Может, хоть вы сможете ее приструнить? Ай-яй-яй, Соломея. А вы, Ника, умница. Что? Подтвердилось про гормон? Это правда? Вот результат углубленной экспертизы. Крем МФ действительно содержит мерафирон в высокой концентрации. Это первое. Второе. Я еще раз поговорил с этой богачкой Дворецкой и вытряс из нее, за сколько она на самом деле покупала крем. И за сколько? Ну? 4000 евро за баночку. Мама дорогая. Теперь ясно, ради какого куша понадобился заповедник. Экологическая уникальность. Денис очень много об этом рассказывал. Думаю, так и есть. Скорее всего, МФ в запретной зоне не расфасовывали, а именно производили. Из животного сырья. И у какого же злодея поднялась рука? Они же ведь даже не похоронят его по-человечески. Бросит, как собаку. От нас зависит. Да, орлы. Натворили вы дел. И что теперь с вами делать? У вас один выход. Пристрелить вас, что ли? Нет, ребята. Плохо вы обо мне думаете. Я не убийца. Отец твой, кстати, сам нарвался. Из-за тебя. Ну, а Федосова я хотел психушку сдать. Хотя шеф попросил самоубийство в камере организовать. Чё, на поводке? Приказы исполняешь? Если бы исполнял, ты бы щенок. Сейчас в лесу гнил, никем не найденный. А вот он в море плавал, с дыркой в затылке. Кто твой шеф, мразь? А вот не скажу. Хамишь, потому что. Ребят, у нас там возле дома ящики стоят. Надо помочь. А то у коллеги моего грыжи. Мы тебе шкура продажная, не помощники. Вот тут ты не зарекайся. Да нет! Я тебе сейчас приведу один очень маленький, но весомый аргумент в пользу нашего взаимовыгодного сотрудничества. Не трогайте меня! Пустите меня! Сволочи! Это же ребенок! Девочка. Хорошенькая. Андрей. Кусачая только. Хуже собаки. Вот. Вас примчалось спасать. А выручит нас. Ладно. Рассиживаться некогда. Вперед к новой жизни, как говорится. Телефон держишь под рукой. И если что не так, или меня не слышно, мочи ее к чертовой матери. Хорошо? Сама технология изготовления крема несложная, но ведь надо было догадаться. Гормон МФ открыли-то всего 6 лет назад. Интересно, а что это за винетка такая под буквами? Знак бесконечности? Символ продления молодости? Ну, какой-то странный. Одна петля большая, другая маленькая. Хм. Песочные часы. Это песочные часы. Причем здесь зарыт глубокий смысл. Самый умный человек в заповеднике. Семен Федорович, а я, кажется, знаю, кто за всем этим стоит. Донец, как у тебя дела, я на месте? Глаз с нее не спускай, связь каждые 10 минут. Чего сидим? Из машины выходим? Ящики в самолет тащим. Че, на самолете решил линять? А давай без разговоров. М? И про девочку помним? Вытаскиваем. А у тебя тут что, подельники? Сам же не полетишь. Думаешь, не смогу? Так вот, твоему сведению дипломированный пилот.
а самолет зафрахтован полицией для поисково-розыскных мероприятий. Лихо. И кого же собирается разыскивать наша доблестная полиция? Не поверишь. Девочку одну пропавшую. Дарина Алчанова. Не встречали? Мразь. Вот. Так что буду искать ее до победного. Пока с радаров не скрою. Ты ж далеко-то не улетишь. А мне далеко и не надо. Граница вон рядом. Я тут одно ущелье нашел. Конфетка. Радары низко вообще не берут. Самолетик маленький. Так что рискну. Кому ты там нужен? Ну, я-то, может, и никому. А ящики эти, считай, золотые. Я там на той стороне списался кое с кем. Помогут реализовать. Небось, у начальника своего свистнул. Ну почему же свистнул? Взял моральную компенсацию. Все? Последний? Последний. Счастливого пути. Чтоб тебе в штопор. Все, мы свободны. Ребят, я на дурака похож. Самолет. Оба. Все нормально. Высота 700 метров. Иду согласно намеченному маршруту. А чего приуныли-то? Не боись, родину покидать не придется. Парашюты видите? Вот, для вас приготовил. Сейчас подальше отлетим, прыгните. Ты с ума сошел? В горах? Ну извини. Ты понимаешь, что Андрей вообще не парашютист? Там, куда я лечу, вам явно не рады. Да нет. Да. Как там наша детка? Да плачет. Плачет? Ага. Бедняжка. Ничего, я ее успокою. А эти двое-то прыгнули? А куда они денутся? Прыгнут, конечно. Деньги когда? Деньги, как обещал. Ага. Здравствуйте, Тихон Иванович. Что-то допоздна вы на работе засиживаетесь. Не бережете себя. Прошу, я вас ждал. Что с девчонкой? С девчонкой сам решай. Но я бы свидетелей не оставлял. Андрей, пристегни его наручниками. Этот гад не учел, что я не только с парашютом прыгать учился. Денис, там внизу Даду. Этот урод ее. С парашютом когда-нибудь прыгал? В армии. Пару раз с вышки. Ну и что с тобой делать? Хорошенькая. Вырастешь, красавицей станешь. Да? Ну? Зря ты меня злишь. Ой, зря. Стой, не прыгай. Что еще? Подойди сюда. Там Даду внизу. Каждая секунда на счету. Мне сейчас в голову ударило, а что, если это Парков испортил парашюты? Он же хотел свидетелей убрать. Проверить никак нельзя? Как? Андрей! Девушка, с вами разговаривает Денис Алчанов. У вас есть какой-нибудь рядом опытный пилот для инструктажа? Я просто сам никогда не без инструктора самолет не сажал. МФ – это ее инициалы. Это же очевидно. Мне сразу пришла в голову эта мысль, как только я услышал об открытии. Это был знак. Шанс добиться ее внимания. Я загорелся идеей. Хотел подарить эликсир молодости моей богине. Принеся в жертву сотни животных родного заповедника? Нет, это было потом. Вначале я искал для нее одной. Это был грандиозный научный труд, который увенчался успехом. Я вдруг понял, что некоторые виды нашей
фауны. Живой кладезь Мирафирона. Я научился его выделять, сохранять. Выявил идеальную формулу. Но Марина... Не оценила? Посмеялась. Когда я решил объясниться, она даже по морде мне не дала. Написала такую записочку, утешительную, как подростку. Ветер поменялся, не впишешься. Уходи на следующий круг. Уже пятый, топливо заканчивается. Без паники, ты все сделаешь. Спокойно только. Если что-то пойдет не так, можно просьбу? Конечно. Передайте моей жене, что я ее очень люблю. И что я прошу у нее прощения, хорошо? Не болтай языком, дело делай. Вот и весь сказ. А, нет, не весь. Я хотел умереть. Всерьез думал о самоубийстве. По всей видимости, спасла вас идея наладить подпольный бизнес, так? А у мужчины два способа самоутвердиться. Если не повезло в любви... Тогда деньги. Вам кто-то помогал? Весь научный отдел. Что? Людям хотелось подзаработать. Разумеется, Алчанова вводить в курс дела было нельзя. Надо было действовать как-то иначе. И тогда вы убили его жену, маму Дениса? Господь с вами. Это был несчастный случай. Она погибла под камнепадом. Но у меня возникла одна изящная идея представить все как убийство. И первое предупреждение. Якобы от рубцовцев. Да, мы в курсе. Так пещеры стали ваши. Зачем они были вам нужны? Что вы там делали? Давайте не будем смущать ваш женский слух подробностями. Назовем это просто производством. А Горебян? Он тоже случайно погиб? Горебян погиб как дурак. Откуда-то вычитал, что древние ящеры общались с помощью ультразвука. Да, Марина нам рассказывала, что Горебян был одержим идеей черлыкского змея. Да. А мы, как назло, на производстве в этом году поставили ультразвуковые смесители. Уважаемый, это закрытая территория. Кто вас пустил сюда? Документы можно ваши, пожалуйста? Простите, я не знал, что здесь режимные объекты. Я просто шел на усиление ультразвука. Ну, не хотел его убивать. Ну, все вышло как-то случайно. Я погнался за ним. Выскочил на перерез, он не справился с управлением. Ну и пришлось озадачить Топоркова. Но он за хорошие деньги-то на все готов. Привез из зоны тушу недавно убитого кабана, зафиксировал все как несчастный случай. А Валентина? Дальше все по цепочке. Эта парашютистка пришла к Топоркову со своими подозрениями. Он попытался ее разубедить, взял флешку с записью этой аварии. А кражу в аэроклубе тоже он инсценировал? А кто? Разумеется. А лесник? Андрей? Он тоже мертв? Ой, у Марусина была другая идея, Фикс. Ему кругом мерещились браконьеры. И откуда, я не знаю. Отлов зверей наши сотрудники вели очень аккуратно. Но Андрей полез в зону. Но вы же понимаете, что в живых оставлять его было нельзя.
Давай. Андрей! Все. Я понял, что ушел мой фарт. Что пора сворачиваться. С этим пришел к Марине. А ты добрый. Жаль, что такой нескладный. Марина, выслушайте меня. Мариночка, я спасу вас. Давайте уедем. Уедем вместе, прямо сейчас. Дерезин, ты с ума сошел. Я все для тебя сделаю. Я богат. Ты даже не представляешь, насколько я богат. Ты ни в чем не будешь нуждаться. Уедем куда хочешь. В Италию, в Америку. Я сделаю тебя счастливой. Тихон Иванович, да держите вы себя в руках. Да и вообще, у меня сейчас только одно желание. Это отомстить. Отомстить за смерть Антона. Федосова. Кому? Мужу. Гребен мне успел кое-что рассказать. В запретной зоне незаконное производство. Она сама подписала себе смертный приговор. О, Господи. Марину тоже вы? Я пришел в тот вечер с вином, чтобы утешить ее. Бросил таблетки в вино, которое принес Федосову. Смертельная доза. Не следовало Марине мне писать такую записку. Видите, как все как-то само собой. Не желал я никому смерти. Вот вас, Ника, я же не смог. Дениса я пальцем не тронул, пока он не полез в запретную зону. Денис? Он что, здесь? Он не уехал? Он живой? Он жив? Едва ли. Но это к Топоркову. Не берет Топорков. И дома его тоже не обнаружили. Господи, он сбежал? Это что значит, что... что из центрального ФВД вас просят. Слушаю. Нашелся Денис. Что? Где? Какой еще самолет? Не ранен? Ну, самочувствие как? Нормально. У меня отец в заповеднике погиб. Это застрелили. Вот эта сволочь застрелила его. А еще Андрей, я не знаю, живой ли он. Да жив, жив. А Даду? И девочку спас. Все хорошо. Слава богу. А то я думал, это Топорков ему... И правильно думал. Это хорошо, что я с парашютами подстраховался. Да когда самолеты готовил к вылету, после Вальчикиной смерти я немножко нервный стал. Гляжу, парашюты лежат. Ну, это, конечно, не мое дело, но я смотрел. А там пломбы у шпильки вытяжного троса сорваны. Почему не доложил? Ник, Ника! Ну, я, говоришь, не делал, подумал, что это ребята. Денис! Господи. Не бывает. Живой. Прости меня, пожалуйста. Прости. Прости. У нас ребенок будет, ты слышишь? Прости. Я люблю. Thank you.
Федосов так и не хочет адвоката. Это бесполезное дело. Андрей. По крайней мере, мне его не переубедить. Я принесла вам мороженое. Спасибо. По-моему, в нашей Даду появился новый кумир. О, это ж моя любимая. О, да. Смотри, а там опять свадьба. А наша свадьба, кажется, была целую жизнь тому назад. Притерлись мы колечками, как думаешь? Что? Да, я так. Ой, смотри, смотри. Да ладно. Это ж твое кольцо. Угу. То есть получается, что Даду не докинула его до воды? Ну или море вернуло. К чему бы это? К тому, что ты моя половинка. Навсегда.